Миша опять там что-то закипело, блядь. Он просто занятой человек, блядь. Ну да, чё. Ой. Ты чё, Мишаня, а, Мишань? Макарошки пришкварились, блядь. Повезло тебе, блядь. Макарошки жрёшь с утра до ночи, нахуй. Ебать, я вот не понимаю, почему такая херня, короче, вот в Апексе с рандомами легче то брать, чем нежели со своими. Ну, потому что свои, свою планку городят, да и все. Ну, я не знаю, может тебе рандомы нормальные попадаются? Мне вот попадаются вообще, блядь, такие имбецилы отбитые. Не, я согласен, то, что они бывают разные. Но дело в том, то, что, допустим, я вижу даже по игре, да, допустим, мне легче с рандомами играть молча. Да мы сейчас, вот даже последнюю катку, мы вообще играли всю катку практически молча. И мы вообще прям спокойно разбирали отряды. Только пиздеть начали, все, нас уебали. Ну, не знаю. Чего это? Ты про орех? Угу. Ну. Про твой, блядь. Ха! Ха! Шутейка за 300. Да-да-да. Это, блядь, как игра. Как же она называется-то, блядь? Ну как он, блядь, самый умный или как он? Не, кто хочет стать миллионером? Не-не-не, как она, блядь? Там еще кот в мешке, как же она? Че, сюда? Имбецилы. Да. Нелсон Мартинес? Да, погнали. А как ты назвал Лос Леонес недавно, я хихикал? Как ты его назвал? Лос Абасонес. Блядь. Даже надо додуматься. Ну, есть вот. Мне интересно, какой будет этот Диабло вторую, как они ремастеры сделают. Ну, я вот. Потому что мы недавно с товарищем общались, такой, да, типа, вторая, мол, душевная была. И он мне офигенный аргумент сказал. Да, чувак, я согласен, но говорит, я не могу на своем экране огромном играть, короче, 800-600 пикселей. Да. Он мне это сказал, такой, ну, блин, реально нечего возразить. Ну это надо играть в окне, во-первых. Да. Тут никого не видел. Понятно, что там хочется все это, чтобы было видно, что на тебе надето. Вот мне, например, очень нравилось какие-то, я проходил RPG-шки, типа Neverwinter всякие раньше, я очень много в них играл. Вот, а там, блядь, ты любым персонажем идешь, и то же самое ты все находишь. Что за бред лютый? Вот просто ты каждый раз находишь одни и те же вещи, блин. Не, мне в Diablo нравилось вот вообще, что когда я играл в нее, мне прикалывало там, что ты костюм одел на чувака, и все, он поменялся. Да. Ну я первый раз, я варваром. Да, я тоже, кстати, варваром начал проходить. Ну, просто интуитивно понятнее, там, типа, что качать, сила там и так далее. Потому что там все эти вот штуки. Он, кстати, Hellgate London, это те сделали типы, которые Diablo 2 пилили. Вот. Ну точно там типы были из этих. Короче, там вот реально вообще непонятно, что как качать и. То есть ты можешь вкинуть умение просто и все это просрать, просто чтобы посмотреть, как будет действовать. А, ну да, есть такие вещи. Это вот просто раздражает дико, блин. Но там интересно, шмотки нарисованы классные, там такой, просто там желтая вещь выпадает, такой, о, да! Как она будет выглядеть, да? Ну там у них, получается, в Hellgate London, например, там требования настолько же... Икла нужен? Ну и есть уже. X3 вот у меня тут. Возьму. Маленькая пристройка. Все иксы мои. Понял? Понял, чё? Отстал. Понял. Как скажешь. 76 человек уже, нормально. Ты здесь босс, Миша, всё.
Понял. Надо ставить вас на место. Да, все поняли. В будку свет провел. Все, успокаивайся. Скорель. Danger ahead. Danger ahead. Да, я тебе экзаменом еще один. Да, хорошо. Да, угомонись. 16-4. Неожиданная херня, калаш. Так, у кто-то пускай с ДМРочкой поиграет. У кого-то есть ДМРка, надеюсь? Не нашел еще. Никакую вообще. Я с каром бегаю. Я с берстовочкой. С берстовочкой? Да. А миничку не хочешь? Да не особо так. Так, а что, кто-то смотрел вообще за ситуацией в городе? В городе никого нет. Картошка, доложи о ситуации в городе. Картошка. Рядовой картошка, доложите ситуации. Не, у него будет позывной картошка Егор. О, хана тебе мешать. Обидел, девочка. Все, я не буду тебя больше так называть. Ты она по тебе работает? Да. ОСКС. Возьми. Ты ее заебал. Молчит, а оказывается чувство есть. То бы пизда, тыкай с городу. Да, тыкай, да. Я фул на семерках, нужна подсчетка и увел магию, все. Подсчетка была в общаге моей. Икс-3 надо? Конечно же. Возьму для тебя. Именно для тебя только беру. Икс-6 в моем доме тут. Первый этаж, если чё. Нашла. Картош, я заберу шестерку. Да я нашел, блядь, дебил. Ты нашел? Да, в моем доме первый этаж. Понял. Чё понял? Та тройка не нужна, дядь. Глушитель ДМРСР прям на входе на по лестнице. Двойка тоже не нужна, да? Oh my. Да. No. Компенсатор ДМР нужен. Миник тут есть. Коряк вот. Джека, нужен кар? Ну, давай. На крыше вот в моем доме с баннером. Потом едут. Тачки. Тачка едет по дороге. Не вижу их. Встали. Да выебывался, картох. О, высадил, нихера ж четко как было. Чё? Нет? Двоих забрали, еще двое где-то бегают. Еще едут. Едут. По колесам, ребята. Фух. Просто они. Да. Так, коряк у тебя, да? Да, тоже на мне. На каком этаже? Как подниматься будешь по лестнице? Сразу прям на лестнице. Ну, в смысле, не на лестнице, а как до конца доберешься. Что, бумага нет у меня на М-ку, и нужно пламегаз, наверное, хотя бы на него, потому что что-то прям это самое, блин. Слушай, красотища была. А у тебя что, подожди, у тебя ДМР как? Да, у меня СКС. Да? На тебя по счетчику. Давай. Мне бы еще этот. Нашел этот? Четверка. Нет. Да, нашел. На почёт. Компенсатора не было, да, на этот? Не. На парней полутать, что у них там? Да, кстати, у них по-любому коряк есть. Коряк на крыше. А, там чел с миника стрелял, вот этот, который возле машины был. Угу, а другой? А другой не стрелял вообще. А этот не успел пострелять. Я заблудился. А, вот лестница, все.
Заебали. Он остановился, получил от картошки пизды. Да, у этого миник. Миник и юзишка. Компенс. О, отлично, компенс возьму. Ну что-то пушит вообще. Мне его лап еще нужно. Ну, картошки кар. А где картошка? Куда картошка делась? Вы ее видите? А, ой, нихера она убежала. Нихера она убежала. Садись, поехали, там подлутаем еще. Мне нужен кар. Сейчас замутим. Вон, на картошке карышка. Да. Я вот тут чувака еще убил. Отметь, на баге его высадил. Вот он, вот он. Приехал он, да? Чего? Да, он вообще нормально. Все, понял. Ага. Ну, тут вообще лох какой-то. О, так он что-то, ну, он что-то вообще разобранный был уже. Поехали. А вам глушитель нужен? Ты, может, на СКС-ку возьмешь глушичок? Не, я с фламигасом. Лучше с компенсатором. А у тебя фламигас такой, на оружие, на топку? Первый этаж вот тут был вроде, да? Да. У тебя фламигас дайте на оружие, ёпте мать. На тебе фламигас. А, да, всё, сорян, у меня ж... Сорян, я тут... Вот тебе пламегаситель, блядь. Всё, я трою, у меня компенс, сорян, всё. А у тебя компенс на чём? На М-ке топовой. А. Рукоятка красная. Всё, нужна кому-то. Да есть. Уже маг нужен на М-ку у меня. И жопка. Ты кар забрал, да? Да. Жопку нашел, уилмак остался. А чё, мы нормально, да, тусуемся вообще, по сути? Ну да, нормально. Я не жалуюсь. Тусовщики. Из супермаркета мы. Тусовщики. Ты видел этот фильм? Покажите сиськи. А, слышишь, а? Миш, видел фильм «Тусовщики» из супермаркета? Нет, не видел. Danger ahead. Бля, это СЛР-ка, короче. Что-то вспомнил шутку, короче, этого стендап-комика, который говорит, а что если Лещенко на самом деле, ну, в обычной жизни он, короче, там, еще тот, короче, этот, ну, развратник, типа, девчонки, покажите сиськи. Может быть. Он такой, типа, вежливый. Да. А на самом деле, там, такой, блин, прям. Он, кстати, в камеди тут выступал. Лещенко? Угу. С Карибидисом и с еще с кем-то. Патронтаж, если будет на коряк. А где-то видел, да. Он там пел приколюхи всякие. Шестикс есть, нужен? Нужен. Топовая рукояточка есть на СКС. Где шестикс? У нас читеры, наверное, в катке, потому что... 30. Быстро что-то. Блять, ну где Увилмак? Ну где? Ну где ты Увилмак? Миша, 6х. На автомат компенс нужен? Да. 6х где ты видел? 6х сейчас покажу. Ча, я тебе покажу, 6х, да? Топовый Увилмак есть на снайпу, дядя. Возьму. И компенс тут на крыше, короче, на этом лежит. Ага, правильно бежишь. Да, вот там ты был, вот там был, по-моему. Нашел? Угу. 4х отдам, кому надо. Надо кому 4х. Понял, скидываю. Нет. Тут простой Увилмак. Вообще топовая прям. Крыша там оказалась. Все есть. Можно теперь воевать. Это что это, блядь, было? Фейерверк. Prime Work. Объявление войны, нахуй. Все, мы вышли на тропу войны, нахуй. Вышли на тропу войны, да? Окей. Что-то, блядь, где все это, ёбаный урод? Обычно, нахуй, все кто-то где-то бегает, нахуй. Тут вообще, нахуй, никого. Да, есть, кстати, классные живые катки, когда, блядь, ну, реально, куда движ. А есть такая унылая хуйня. А чё это за прикол такой? Три фрага на команду. Куда они все делись-то? Пойдём, блядь. У вас-то три фрага, у меня-то ноль. Пойдём туда, сходим на эти. Что там творится?
Может, дропчик у нас где-нибудь упадет рядышком. Может, кто-нибудь так же проедет. Интересные люди. Патрон-то аж будет на коряк маякните. Я, кстати, его редко надеваю, чисто так, по счетчику отдать Панфилу, надел патронтаж. Он же ускоряет все равно, блин, всю обойму. Ну, по сути, ты заряжаешь даже одиночными быстрее? Нет, одиночными быстрее не заряжает. Да если ты все отстрелял, то он перезаряжает быстрее всю обойму. Третьих касок нету? Кто-то мукнул. Картоша, да ты мукнул. Все, я компенсатор нашел уже. Она что тебя сейчас застрелит, я тебе говорю, Миша. Просто хай-кик тебе в голову. А меня-то за что? Ну, типа, допизделся, что-нибудь типа того. Что-то весело, мне понравилось это хата с баннером, короче. Тридцать человек, неужели все в пикады мочатся, ну? Да картошка знает, где они. Полюбасу. Бля, это дерево торчит, нихуя себе. Так, дроп на нас летит, ребят. Картошка, маякни, в какую сторону смотреть-то хоть. Смотри себе в штаны, задолбал. Дроп, давайте на дроп сейчас подсосемся, если что. Нахуй мне в штаны смотреть? Ты мне хочешь предложить скорика туда засадить? Давай, давай, в город. О, прямо нас, прикинь. Нет, я дроп подстрелил. Ты тоже дроп подстрелил? Нет. А я вот попал в него. Я просто войну бил, да. А, слушай, в натуре быстрее перезарядил один патрон вообще очень быстро. Да, я тебе про что говорю. Что за хуйня, блин? Охуенная вещь, да? Мне наебали, получается. Мне сказали каком-то... Какой-то пидорас мне сказал, что только вся бойма. Мне только третьей морды, по сути, надо. Я говорю, сейчас читеры подсосутся, ну 26 человек живых, ну ёпты. Мне только патронтаж нужен на коряк. А я бы АВМ взял. Или АУК. Тут пулик. Возьму, может быть. Может не возьму. Пулемет, короче, там остался. Ну не знаю, взял бы. Возьму, ну, наверное. Зачем тебе пулемет, Миша? Действительно. О, патронтаж. Где? Взял с собой. Не буду брать я пулемет. Ну дроп почекать стоит, мне кажется. Жека, тебе нужен? Я мне кажется, сэмки лучше зажму, чем с пулика, потому что я сэмки зажимаю на полных. В полный еще рост, а с пулика надо приседать, а? Да, мужики. Спасибо. Ой, бля. Ты заебал. Ну а чё, ну Миша, ну блядь, ну чё, мы залутанные, блядь, стоим нахуй посреди города и никого нету нахуй. Ну как так? Сейчас приедут дядьки какие-нибудь на читах. Прибегут, блядь. О, топовый лутмаг. И компенс. Ёпушки, два. Нет, один компенс. Ой, блядь, похуй, потом пулемета завозьму, побалуюсь. Читеры придут. Хотя бы умру с пулеметом. Тут еще коряк, блядь. Чего думаешь, что читеры придут? Да потому что у них мания такая, приходить. Сейчас с горы вот оттуда 185 придут. Шу,
чё, кого увидел? Кнобью уже, нахуй. Смотри, стекло, видишь? Оп, нету стекла. Где этот хорс? Какой хорс? Ну, он хорс такой убил. White horse. Белая лошадь? Ока, white horse, какая. White, не light, black, light. Black life horse, окей? Ладно, хуй с тобой, как скажешь, так и будет. Там еще один дроп упал. Может, съездим? Все равно. Я вывел маг, кстати, на дропе скинул. Ты понял, что ты сказал вообще? Ой, ёптаня. Ну, подумай об этом. Сука. Я скрестил Black Lives Matter. Чёрная жизнь лошадь, блядь. Господа хорошие. А там есть у тебя автомобиль, ёпт? Жизнь чёрной лошади. Ну, типа того, да. Дроп еще дымится. Пойдем за ним, нет? Как и пукан твой. Не, у меня вообще все спокойно там. Да? Да, я даже не переживаю. А где машину? Вы бусик мне что ли оставили? Да какой бусик? Какой бусик? Ты был? Короче, да. Ребята, заебали. Садитесь. Поехали. Не хочу. Я с картошечкой прогуляюсь. Так а что мы будем-то? Миша, садись. Ты смелый же? Да, поехали. Погнали. Да блять, он прикинь с горы не тормозит, нихуя. Так ты жопа едешь, конечно. Я торможу, блять. Поехали. Миша, ну там... вообще, просто, блядь, так залутаны, блядь, жестко. И просто тишина, блин, везде. Ну там сейчас будет жестко. Вау. 6 уже началось. Миша, ну там сейчас будет жестко, я тебе серьезно говорю. А куда вы едете? Я за руль сел просто, за дропом, блядь, куда? Понял. А где дроп? К нам? Вы к нам нет. Вы его видели вообще? Дроп? Да, да, садись. Чё у меня? У меня, блядь, дальность видимости 100-500, блядь. Жека! Блядь. Мы не доедем с такой хернёй. Садишься за руль? Давай, да. Тормози. В дрифте. А где дроп-то? Да, блядь, дроп не здесь, блядь. Панфил сел за руль. Ты чё, блядь, не видишь, что ли? Погнали. Левее бери. Правее. Вот так, ебаш. Левее. Да понял, левее. Понял. Вон тело 145. Ну, мы кого-то нашли. А он на дропе, вон, тело, видишь? Да, вижу. Кого-то хоть нашли. И вы его убили, да, уже? Нет. Еще из горы кто-то стреляет. Справа. А, скимпа. Вон бежит нахуй. Да, убегает. Он в кемп убежал. Вон он, блядь, бежит, да, в кемп. По нему стреляют сзади где-то, у него со спины. Где-то со 110 стреляют по нему. Миша, ты сейчас на них пойдем. Чуваку каску сбил. Да, в бомжах. Бомжовки ушел. Да, за забором сидит, да. Попал. Голубом. Давай ко мне кто-нибудь. Сейчас запушим. Он будет лекаться сейчас пока, слышишь? Давай его запушим. Подожди, тихо. Надо же пулемет хоть реализовать, хоть чуть-чуть пострелять с него. Он в этой избушке был, в этой. Сейчас, тихо. А, он сидит, он в избушке вот этой сидит. Сейчас огонь туда ему дам. Угу. На, гори. Ага, вижу еще одного.
тебя, блядь. Полез, блядь. Читак, 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 читак. Откуда? Бля, тихо, 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 понял. Тихо. По мне ебашит откуда-то. 255 где-то там. Да-да-да. Как тоже подымешь, подымешь. Жека, Жека, подымешь сейчас. Я подниму, я подниму. Давай, давай, все. Он где-то 245. Батин. В ноги и в туловище дает. Не вижу, сука, его. Не вижу, не вижу, не вижу. А он высовывается 240 за деревом. Вообще прям пикается быстро. Да, да, видел. Картош, нет, картош, по-моему. Надо, надо хэт, надо сухое, хэт. Сухое дерево, да. Блять. Я картошка? На ешки, на ешки стреляет. Может, есть смысл с ними постреляться, а того пока нахуй. Ох ты, блядь, прям в щель меня, сука. Я там пидор, блядь. Блядь, его хуй вырубишь, на. Где картошка? По мне вообще смогут сметки. Сметки, смотри, смотри, пожалуйста, там типы были. Все, картош, не высовывайся, пожалуйста, на читера. Блять, у меня брони нету. А, вон на тачке поехал. На тачке поехал на 325. Читер поехал, да? Да, да, да. Типа он думает, что мы думаем, что он там стреляет, а хорошо. Да его принимают. Наверное. Да, его забрали. Его выебали. Его выебали? Да, 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 да. Крутяк. Подойдем, нет? Так, по мне ебашут. Откуда? Сверху, сверху, вижу, двое, 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 двое. Попал. Один вправо уходит вверх. Хорош. Еще один. Вправо, вправо уже не уходит, один за машиной. О, хорош! Не-не-не. Мне по броньке сейчас прилетает. Меня нокнули. За машиной один остался, за горой там возле машины прячется. А где ты, Жека? Двое ползают, я в сейвне. Поднимешь? Я подниму, подниму. Вот. Вверх поднимает. А он не в зоне, он не в зоне, все, он сейчас. Не в зоне, да, да, сейчас я подниму, буду целиться по нему. У нас в жопе еще ребята, Миша. Да, да. Где внизу? Он не успеет поднять его, им все пизда. Сейчас двое откиснут. Все, один откис. Так, мне броню просадили, каску просадили, блять. Откис. Так, у нас внизу типы. Они вот отсюда вот идут. Нам надо вот в эту сторону идти. Да, и, блядь, желательно вообще нахуй броню поменять с каской. Да, у меня броня вообще залитая, нахуй. Надо забирать вот эту местность какую-нибудь. Менял. Ой, хорошо, вы пошли туда. Так нам сюда и надо, питбуль. По сути. Питбуль. Что там? Да-да-да, я и бегу, я каску менял. Понял. Там каски где-то были? Да. Двое чуваки еще осталось. Хоть бы не читеры только, будем надеяться. Вот тут машины стоят. Давайте рассредоточимся, ага, ну, круто. Они за этим пригорком. Mm-hmm. Зона у них, зона у них будет. У
меня дымы есть, если что. У меня тоже 2 штуки есть. У меня 4 дыма. Вперед, если что, потом раскинем, и вот сюда вот встанем. Ну они только там, блин, не вижу смысла сзади чекать, их вообще там нет. Только там они могут быть, потому что они же там типа принимали, убивали. В ЛГшечку будут тут зайти. Да, 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 вот, ну где моя метка стоит прям? Попробуй передвинуться. Да вы идите, идите, мы прикроем. Все, погнали. О, у нас зона, прикинь. Зона у нас охуенно. Жека, 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 не иди туда, Жека, не иди. Да я просто глянуть, одним глазком можно? Понятно. Они здесь. Миша, давай их это... Подожди, 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 я не вижу пока, где он. Сейчас, сейчас картошка подниму, она хилится. Он левее, левее, Миша, Миша, он левее. Тихо, тихо. Левее будет заходить. Смотри левее, я здесь смотрю. За, за камнем они, оба, тихо. ГГ, ГГ, ГГ. Хорошо. Я зарешала, я и поджог, и хаешкой, прикинь. Угу, круто, круто. Красиво получилось. Хороший топчик. Мне повезло, что вот этого читера убили. Да, вот эти пацаны, кстати, его и забрали. Они нас, нам помогли вообще очень классно. Ну, они, короче, убили читака и дали нам топ. Да, по сути. Да, 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 да. Спасибо ребятам. Ну там что-то жестко начали все нокаться в этом тимпаунде, просто... Ну что, я нокнулся потом, картошка до 3 раза. Да-да-да-да, она только высовывается посмотреть, да, и сразу летает. Эх, хотел с пулика их забрать. Ну мы хорошо, Женя, да? Угу. Мы, тобой хорошо там, мы хорошо зашли, они зря не взяли вот эту вот холмик. Да, понимаешь? Да. Потому что мне их было видно очень хорошо, а они меня не видели. Я кинул и скрылся, и все. Они огонь вообще реально не ожидали. Да, ну ты хорошо отыграл. Я просто боялся, то, что они слева зайдут на нас. То есть под гору уйдут и слева зайдут. Откуда хаешки прилетели. Да, да, они услышали меня где-то там этот, и сразу на звук кинули 2 хаешки. Но они тупо сидели неудобно за камнем. Они не контролили, как мы будем где двигаться. Хотя они могли. Я не могли, понимаю. Почему. Могли. Если бы они заранее там взяли этот холмик, когда мы подходили, они не могли нас там убить. Вот когда мы с горы принимали, когда меня нокнули, с горы мы принимали, там машина стояла, по горе бегали, чуваки за зоной. Они могли к нам подойти в спину. Да, да, да. Они, почему они это не делали? Сейвова там ждали там. Но опять же, видишь, читеры, они боялись, вдруг там кто-то читер тоже есть. Может быть. А толку боятся. Их тем более, видишь, двое осталось всего лишь. Они боялись на четверых лезть. Ну а по итогу получилось, что четверо на них пошли. Так, ну чё, куда? Туда-сюда. Курлы-мурлы, бар-барабан. Оп, туда-сюда сделай.
Блядь, я дома кальян не курю, я только на работе теперь кальян курю. Почему? Почему? Да у меня что-то дыма мало дома, мне не нравится прям. Что-то покупал последний раз, и табаки вообще, считай, вот их выкинул. Вот, а на работе там делаю, там очень много дыма. И мы там с девчатами курим. Ну, получается, мы там втроем, четвером сразу курим, получается. Там дудок много? Нет, одна. Но я делаю там сразу на всех. Кальянишь вообще нормально, да? Кальянишь. Ой, я последний раз курил кальян, блин. Не, там классное, короче. Уж не помню, когда. Ой, это... Наверное... Далеко, наверное, потому что... В году в 14-м, наверное... О, с нами сквад летит. Тихо. Пусть они вот сюда падают, а мы так, дальше. Давай определимся, куда мы будем падать. На... Где ангар? Где тебя запиздили в прошлый раз. Но я на этот, на такой же домик, с которого я тогда читака забрал. Ну я что-то вообще туда. Ага. А, долетаю, да, нормально. Жека, Жека, лети нормально. Тут ты сейчас прилетишь, тебя три чехла об цикунет. Ну, как тебе сказать? Я лечу, насколько я могу дальше. А дальше я уже не могу. Бля, я бы левый ангар забрал, давай левый забирай, слышишь? Я на автозаправке. Так, тип, типы возле меня, вот тут двое. Да, я вижу, они все слева пошли. А, меня в этом ангаре как раз убили, да. Оружие погулять выйдет? Тут калаш есть. Оставляю тебе его. Давай. Патронов. Вторая каска. Взял калаш? Нет еще. Тени. На то есть на моей, на моей метке, да, где-то. В той стороне. Так, ребята, я к вам попробую передвинуться. Дымы бросают. А куда бросают? Возле домов. Или не знаю, что они там делают, нахуй. Но они, походу, решили ко мне подойти, потому что... А, вон, вижу, стоит возле дома. Один. А, потом... ты... В дом побежал. Интересно, тут крыша такая, слушай. Так, пойду прицелы поищу. А где возле... Возле какого дома там? Где дымы, нет, блядь, были? Метки ставьте. Ага, понял. Где дымы были? Ну, кирпичечка маленькая, так понял, да? Угу. Они, наверное, туда дальше будут проходить, к желтому. Один, Миш, вот там вот, на моей метке, на зеленой. Один там был. Даже чуть подальше. Угу. Прицелов нет нормальных, я чисто с точек буду. А вот где еще двое, я не знаю. Слушай, удобно тут сидеть, блин. Вообще прям одного нокнули, второй поднимает, и с сейви все. Чётенько. Только если хаешка не залетит. Да, да. Да как они сюда докинут её? Аккуратно, питбуль. Я тут в окопах. А, вижу. За КамАЗом. Well. Да, да. Ой, ой, хорош, хорош, хорош. Вот тайка есть. Че, обходим? Я Веры заберу сейчас. Ребят, вы одни, если что. Угу. Надеюсь, справимся. Уже надеюсь. Я кручу правее намного. Вижу их.
денег, денег. Нет, куда? УАЗик. Ай-яй-яй-яй-яй, какой-то метки. Поднимай, Картош. УАЗик? Да, да, ржавый такой УАЗик там такой. Блять. Ему реально можно убить, он сейчас сидит открытый с другой стороны. Прицел. Хорош. Нокнул. Видел. Там еще один есть, да? Ух ты, блядь. У меня сзади, 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 сзади. Сейчас, сейчас подойду. Да вот, вот он сзади нас. Сзади вас, точнее. Да, да, я видел. Где-то вот, вот, на сиське, на сиське, на сиське, на сиське где-то. Понял, патронов. У тебя есть пятерки? Как? Нет, у меня семерки. Понял, спасибо. Где он, где он, где он? У нас рядышком. Ага, вижу. Ох, накидали мы ему. Ебать он там. Нокнул. Все, отлично, отлично. Добил. Еще. Че, типа оттуда же стреляют. А, он побежал туда же, к этому. На заправку перебежал. Один на заправке. Да, вижу его, за заборчиком. Да, блядь, ну что так ведет тебя? Он за белым заборчиком сидит. С другой стороны, короче. Он последний остался? Нет, еще двое. Да. Сейчас метку поставлю. Короче, где-то здесь он сидел там. Нет, один нет, сзади нет, где-то, но... А, вижу, хаешку кидает, сука. Блять, пизда нам, да? У меня нет аптечки. Да, 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 пизда. Нет, не пизда. Есть аптечки? Вот он бежит, к УАЗику бежит. Еще один остался. У меня так пиздят все, блять, жестко. Один где-то. Я уже заебался нокаться. Где он? Где, где, где? В доме, да? Где-то за этим, за фургоном, ой, этим, блядь. За КамАЗом? За КамАЗом, да. Ну, где-то там, короче. На второй этаж он. Пожарка? Нет. Нет? Нет, показал. Первый этаж, первый этаж, пожарка. Гараж. Бля, они отхиленные, блядь. Отхилься, на. Иди сюда. Да? Давай. А. Да, блядь, ВМ-ка не обешенная. Пиздец ее, сука, ведет. Уже второй раз зажимаю. Второй этаж. На... Второй этаж. Вообще, второй этаж. Картошка, второй этаж. Окей. Аккуратнее будь. Я подойдем. Я до него быстро не доберусь, до этого типа. Подожди, подожди нас тоже. Подождите, давайте аккуратнее сыграем. Жека, на балкон можно спрыгнуть, в принципе. А, я понял. Я сейчас, сейчас тоже подчинусь. Блять, только нахуй я промахнулся с балконом, нахуй. Вот, пидорас на втором этаже. Точно? Ага, вижу его. Дай. Нет, не вижу. Все, хорош. Так, тачка у нас. У нас мотак там был? Да, мотак был, сейчас пойду найду его. Да я знаю. Надо залутаться, блядь. Ничего не обидно. Да поехали в зоне, залутаемся, попробуем. Да? Ладно. Хотелось бы СКС-ку, конечно. Он подвезет. Восьмерочка, нихуя себе. Я бы взял. Коль не шутишь. Вторая каска целая. Сейчас поехали, тачку возьмем и полетим. Угу. Захвати, пожалуйста.
пожалуйста, восьмеру, как тоже, если место будет. А тут нету машин, прикинь, тут только бузики одни. У меня, кстати, аптечек нету, если что. А вот это щипа, значит, дрэпа тут болтают. Да его не, у него нету ничего. А вот, Мирада. Поехали кто? Картоф, поехали, на до Мирада довезу. Бинты есть. Ну чё, поехали отсюда. Ну чё? Тут М24 тут. А, я заберу М24. Чё, мы на автобусике доедем? Угу. Нихуя себе, Бэдли. Ну, Бэдли, нихуя. Я первый раз только машину вижу здесь. Да. Аптек нету, да? А где Бентли, блядь? Лучше бы на Бентли ездили, а? Одна аптека малая. Поехали, ладно, в зону. Высунься, я сейчас от дома тебя ебану. Давай. А что, получится, нет? Давай проверим. Дай газу. Я хилюсь, тут X4 есть. Блять, у меня кроме патронов и этой. Кроме патронов и бинтов ничего нету. Давайте отхилимся здесь чуть-чуть. Так, кто богат на аптеке? Дайте хотя бы одну. Не одна. Понял. Спасибо, возьму. Поехали бомжать, не лутать. Бомжатки лутаны, поехали отсюда. Картошка, иди за руль. Забирайте вот так. Картошка, забирай руль. Лампил, забери меня. То, если я сяду за руль, я нас убью. Какой прицел? X6. Давайте восьмерку. Давай, давай, сейчас. Вот еще один мотак. Нормас возьму. А, да, прицелы. На дроп едем? Да, летим. Летим, они едут. Еще один мотак. Да, ну картошка, ну я убью себя, ладно, давай. Мы широкеры с Марса, блядь. Да ладно, 4 мотоцикла. Да. Да я убью тебя сейчас на нем, я тебе говорю. Че тут Ctrl вверх его задрать? Shift вниз? Нет. И Shift вверх. Ctrl. Блять, я не помню. На пробил вниз. А shift вверх или control вверх? Ну, сейчас и узнаем. Чё, лутаемся в Монтану его?
Ребята, ребята. По-моему, здесь ребята. Да-да-да, на горе. 200, 200 граммов. Там еще. Хорош, хорош. Камень есть. За камнем, да, тело. Ой, блядь. Вижу за камнем. Еще кто-то с города ебашит. Подходит назад. У тебя питбуль. Он за камнем. Там за камнем, едет, за камнем. Там едет, там едет один. А сука. Ты хуя-то стреляешь по тому, когда у тебя... Тихо, тихо, тихо. Огонь по своим, нормально. Вот поэтому я стрелял по нему, потому что он зад нам заехал. Лутаемся, ребята. Дай поднять питбуля. Поднимайте, поднимайте. Еще едет кто-то. Я еду. Сука, каску сняли, а? Ну черт. Они тоже бедные. Давайте они бедные. Пились. О, вижу на горе. Ой, на этих, на бочках. Только бы сейчас не выхватить хедшот от него. Вижу. Ты есть такого? Дал. Он между бочек был. А, на бочке, да, вот. Ой, хорош, дал. Килюсь, короче, пока. Вообще бичи, да, были? На центральной, на вот этой бочке. Угу. О, шлем третий, возьму. Левее. Право убежал. Куда убежал? Вправо, к первой бочке слева. Понял. Под ней где-то. Понял. Вон, 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 вон. Вижу. Картоха, есть бусты? Опять один залазит на бочку центральную. А этот внизу стоит. Ага, они там... Вот там их много, блядь. Один залез, один слез, блядь. Они меняют... Один внизу там. Есть, есть бусты, Миша? Неа, вообще нет. Ну что ж, поехали. Сейчас поедем, подожди. Они не в зоне. Поехали. Блять. Это Тропчанский, да? Угу. Я прочекаем. Контрол вниз опускать, а пробел поднимать. Угу. Если у тебя нужно отпустить... Переднее колесо не сконтрол, мне похуй, я не буду ездить за ним. Я нас убью. Мне, блядь, лучше баги какой-нибудь, не знаю. Чтобы я убить сам себя хотя бы не мог. Бля, я не помню, куда он падал, если честно. Куда, да? Чумахеру упади. О, в этом, в бетонке, в бетонке, в бетонке, в бетонке, типы. Бетонки какой? Да, прям перед нами SW. Грозу, грозу забирайте, понял. Не знаю. Ой. Кто слева чпокает? Я хз. Дай метку на бетонку. Я понял, какая. У нас кто-то, блядь. Слева чпокает, я понять не могу, кто. В домиках, в общагах вот в этих. Впереди маленькая общажка вот эта. Вижу. Видишь, да?
Бетонку чекайте, ага, второй этаж вижу. Второй этаж. Балкон, балкон. Промазал. Убежал. Их там двое, походу. Так, бетонку надо, короче. Да, бетонку надо подчекать. Они выше нас. Так что они, блядь, имеют преимущество. Может, под гору так и подойдем к ним ближе, подтянемся? Пойдем, пойдем. Там сейчас здесь все открыто, как ты здесь подойдешь? Он здесь... Вот так. А он на меня видит. Он сбоку справа от бетонки стоит, чекаю. Только высунется, только высунется, давай по нему. Он лег. Все, съебался. Просадил по нему. Влево уезжает. В ангаре остановился. Он застрял. Ёбнули его? Сверху, сверху, типа, сверху, типа, с горы пришли. О, нокнул одного. Можно забрать. Или не поедем. Пошли они в жопу, мы пока соберемся, нахуй. Так, этот съебался куда-то вообще, жестко. Он тут врезался, ему столько надавало, кто-то картошка или что-то надавал. Да ему кто-то только там не надавал. А грозу, вы забрали грозу там, да? Нет. Че, никто грозу брать не будет? Да там, там типы уже ходят. О, этот пидорас нахуй. Блять, они меня с другой стороны. Дал голову ему. Я в сейфе. Не вижу. Они за бугорком. Между. Вот видишь эти элеваторы? Вот между камнем и элеватором. Между камешком маленьким он тем. И элеваторами. Вот там выглядывали. Ребята, есть бусты? Да, нет, нету, нету. Нету. Бегает полный рост. Ой-ой-ой! Сука. Я подожди. Попробую. Да меня тип байтил, походу. Я думал. Там так просто так бегает, а там не просто так он бегает. Бля, не вижу отсюда, сука, хуево. Он где-то прям вообще справа на камнях там сидит и поливает оттуда. У нас дроп прям сзади. Тачка поедет. Надо готовиться принимать. Она не на дроп едут. Надо ебашить. Они вот тут остановятся сейчас. Остановились. Да, да, да. Остановились. Да, подходить сейчас понял. Будут. Я понял. Да, они из-за этого. Ну вот он нахуй. 225. Хорош. Хорош. Сейчас подниму. ЖК. Давай сюда. И смока кинь, потому что там еще кто-то должен быть. Там его сразу убили. Впереди у нас на 15 люди. Примерно там. Куча Паттерсонов тут. Блять, я еще и без аптек нахуй ебаный. У меня тоже аптек нет. Хорош. О, текила? Текила, блять? Серьезно? А это не так текила, там у него кью. Там у него а, кью точно, точно. Нокнул, да? Ебать, я просто пересрал. Пиздец. Так, я вам аптек сейчас... Хорош. Так, держите аптеки. 4 штуки скинул. Пятерки нужны срочно. 2 взял, 2 валяют. Бустики забрал. А, компенс забрали. Ладно. Где аптеки? А вот аптеки. Там дроп, видите внизу, да? Вон он. На метке. Может имеет смысл пойти его подлутать? Кто-нибудь на мотак сядьте. О, типы. Жека, по тебе? Нет. Что у вас по бустам? Нету бустов. На, один кинул. Возьми, один. Сейчас, секундочку, подожди. Что пожалуйста. Со мной? Я за дропом хочу прокатиться. Вот, опа. Блядь. Откуда? Да снизу где-то. Картошки ебашит. Где он, блядь? Да пока дым кидаешь, уже все. На дропе где-то с дропа примерно стреляли.
Не, за дропом, на этих. На горе, да? На горе, скорее. Ой, блядь! Я с мини качил, съебашит. А меточку можно? Я не знаю, где он. Я его не вижу. А, за камнем, походу. Да, за камнем. Автобус, видите, красный? Автобус сел. Автобус, автобус едет. Блядь, еще спины, блядь. Она съедет прям. Справа. Чуть-чуть попал по нему, только чуть-чуть. Справа, справа по нам крошит. Давайте к это, к бетонке отходим. А бетонка не в зоне. А, в зоне чуть-чуть. Да ты чё, сука? Ты броню мне сбил, пиздец. Говорю, это... Миша, да. Отходим к бетонке. Еще на горе он на 195 да. Сидит. Ой-ой-ой. На 195 у нас сидит один. Я понимаю, блядь. Как они заебали меня. А, вижу, 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 вижу. Зона идет. Блядь, мне бы брони какой-нибудь. Да мне бы каску какую-нибудь. Первый похуй. Блядь. Во-во-во-во-во-во, полегче зона. Ну-ка. Я без брони вообще, блин. А я тоже без брони. Это минька вот эта, да? Работает? Да, 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 да. Говно сущее, блин. О, вижу его. Жека, блядь. Че, миник не видишь? Я лево его кручу нахуй, ну точнее, блядь, контролю нахуй. Он побежал, побежал. Блядь. За деревом. Смотрите верхнего, пожалуйста. Да я верхнего сотрю, блядь. Нам надо его обходить. 37 секунд. Он уже на горе, этот челик, слышите? Не-не-не, это челик вот тут, снизу, вон он, вот тут вот, хера тут. Я дал метку, он только что пикнул оттуда. Из-за холма, понял? Он уже на холме, от один дроп справа от дропа. Угу. Вон, видишь, к дропу пошел. Вижу. Попал в ногу ему. Хуёво вот, когда у всех эти, блядь. Надо бежать. У нас... 5 секунд, надо бежать. У нас тут на горе чувак. Понимаю, а что делать? Он в позиции на нас. Он высунулся, он высунулся. Он не в зоне, он не в зоне, ему пизда. Воспуститься, сука, с горы с этой ебаной. Убил этого. Снизу? Да. Блядь. Меня заебала эта зона, блядь. Возле дерева снизу. 300. Ай, сука, ногу. Дымы, дымы дайте. Блядь, там, сука, ебал. Миник, сука, вылез, блядь. Нет, я его убил, тому миника. Охуя, он вылез. Вылез, блядь. Это он и есть, ты уебан. Каску третью, на. Каску третью возьми. Блядь, пиздец, такая зона кончена. Ну мы на открытой местности прям на. Мистер Пропер, это говно обоссанное, я тебе отвечаю, блядь. Дороша, блядь. Обоим репорт. Можно, блин, давать репорт, блин. Говно боссанное, блядь. Сейчас я подойду. Нам вот этих вот, если бы мы этих убрали, вот этих вот мистера Пропера дороже, то мы бы нормально сейчас спустились. Зона зарешала, блин. И они не в позиции, сейчас посмотрим, как мистер Хоппер будет накидывать. Ага. По одной пульке. Понятно. Заигрался.
Дрон Орха. Орша. Ебать. Ну ему пизда. Он в зоне, он ему не пустит просто. Плой. Обидно, обидно вообще. Панфил, ты где? Че, все здесь? Да. Да. Ты там пиво Андрея засаживаешь? Ну, типа, потихонечку. Ну, у меня тут креветки, пиво Андрея, крылышки баффало, кальмары, горячего кофейня. Кокаин? Кокаин, кокс, да. Кокс с Герычем. Да, димедрол еще. Тригандет, цикламед, да? Да, димедрол, тригандет, цикламед. Ну, весь комплект. Ну, димедрол, чтобы сердце не шалило. И гуливанить неделю, да? Да, у меня бывает такое, ну, бывает. Каждый вечер выпиваешь, а бывает, забьешь хуй на 2-3 месяца, нахуй. Вообще нахуй похуй. Ну это видишь, это просто сейчас зима. Точнее, уже не зима, а даже уже какое-то дерьмо просто на улицах, нахуй. Аж блин, это не хочется, нахуй. В окно выглядываешь, а там, блядь, дороги не чищены, и думаешь, нахуй, какой ус пидорас, нахуй. И Путин туда же, нахуй, и вообще всех, нахуй, к стенке под расстрел, нахуй. Да и раком загнуться перед Западом. Да, блядь, знаешь, на самом деле, вот то, что сейчас происходит, это очень-очень хуёвая ситуация. Наше же правительство игнобит. Ты уверен, что наше правительство? Вы о чём? Я вернулся. Давайте обсудим. Да, потом обсудим. Давай, играем. Не-не-не-не. Да-да-да. Потом будут дебаты. Что там, кого взорвёт, блядь? Да, он Жеку угнетает свой народ, но. Да, да, да. Но его угнетают. Угнетают пиво, блядь. Желто-оранжевое угнетение. Хмельное угнетение. А мы долетим? Долетим. Понятно, что так должно происходить, так будет происходить. Я не понял ни слова, что ты сказал. Ты про игру сейчас или про чё? Блять, при чём тут игра? Я спрашивал, про чё, как только
Да не, Миша, это на самом деле гнилая тема. Просто я вот, когда начинаю свою точку зрения высказывать... С нами, слышишь? С нами народ. Так давай разберемся или умрем, и потом поговорим, да. Ой. Ну поговорим потом. Сложно. Блядь, он в этот дом летит. Ага. Картоша к тебе. А патронов? Патроны есть, оружия нет. Заебись. О, юб. А, это питбуль. А куда этот чувак ушел? Здесь Ниси. Вести. Гена, Стас, Никита. Ксюша Метелкин. Ксюша Метелкин тоже здесь, да? Да не чистим. Чуть-чуть пятерочек. А, прицелы выйдут погулять? Чуть-чуть семерочек нет. Ну и ладно, или так. О, все, семерки, пятерки не нужны. Вот так. Вот так. Вот так. Спасибо. Ой-ой-ой! Ни хрена себе, мимо пробегаю. Фу, в лицо прям. Мне ж кровь брызнула на этот, на меня. На, вижу его, вижу. Второй этаж. На нашей стороне где тело, которое было. Походу туда и убежала. Это он стреляет? Все, нокнул, бля. Еще один перебегает, вот ближний дом еще. Кого? Слева за домом нокнул. Ага, сейчас выйду, попробую его взять. Пошли, попробуем его. Он уже заполз туда за дом. Там еще один к нему прибежал. В хате один. Да. Еще одно. Поднимает на первом. Хорош. Вы всех забрали? Троих, да? Не знаю. Вы их залутаете, да? Я нет, я пока смотрю, кто где живой. А все? Все? Да, да. Их трое был. М-ку топовый скинул. Возьму. Ложь забрал. Стояли свой кемпик наконец-то. Да. Три скинул, патрон тоже скинул. Вверху сгорел. Опа, call mine. Да. А иксы были нормальные? У меня четверка на СЛРке. Х2, Х3 тут валяется. Но у меня есть Х3. Ой, блять, да сука, как ты туда пошел же? Вот говно ебаное. Где он? Он же факерс. Это читер, походу. Он не успел бы так обойти быстро. А где он? Где он? А вон вижу, бежит. На камнях где-то вверху на камне. Ух ты, да, это да, петух. Да, это пидорас. А, он на камне. Подними Жека. Бегу к тебе. Сука такая, говно ебучее. All fuckers там всякие. У них еще одинаковые ники, это говнари, блять. Я в домике. Да, вижу, спускается слева. Справа. Да, бесполезно! Зачем я это пытаюсь пикнуться с ним? Так, тихо. У меня нет больше хилов, если что. Поэтому я даже не знаю. Где он, скажите? Справа на камнях.
Картош, подними. Вон он. Ты не, ты не. Они заебали, говнари. За деревом. Я по нему посадил. Он из-за дерева выглядывает. Да я понял, понял. Поднять нас, алё. Ты два где? Нока. Два нока мы подзаб... Да Жека тоже в ноке. Тихо, 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 тихо. Ну чё, если читак, чё делать? Ну, тишите. Слева ещё кто-то по нему ебашит. Не, не по нему. А, по нашему, да? Это полчаса мы вдвоём стреляли, кто-то мог подойти, попробовать поднять. О. Да всё, забей. Умирайте от них только, от них, чтобы репорты четвером кинуть. От них умирайте, прошу вас. Умрите вот от них сейчас. Тихо. Ждем их. Ждем их. Ждать, идите умрите от них. Да подо, заткнись. Да ел. Ну ладно. Ну не буду говорить. Ну и не говори, наконец-то. Мишка, Мишка, ну скажи что-нибудь. Ну, скажи что-то. Бежит, бежит, бежит. Огонь, на, нахуй. Откуда бежит? Где он? А не знаю. Так вот как пиздечки тут в консервной баночке. Тихо, Мишка. Где этот хрен? Ой. Вот, он ну, на крыше, на крыше, да, что ли? Да. Крыша, крыша, прям направо. Тихо, понял, понял, понял. Вижу. А второй вас... Блядь, тихо, 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 Жека, Жека, стой. Ну, да я. Ну, да я попытаюсь. Я все равно без каски. Не, не, подбил, сделай. Блядь! Но я выстрелил и перезарядился. Вас пушат уже. Крадется, крадется, крадется. Уже у вас на первом этаже. Тарас. А где у них два этих? Где у них два этих? А где факер был? Подожди, это кто? А, он факер сдает дела. Угу. А чё показывают 0? А, это у этого 4. All the fuckers 4. Понятно всё. Это рандомы. Блин, я прикинь, я выстрелил, нокнул, я выстрелил, нокнулся и перезаряжал коряк, прикинь. Слушай, а нереально с ним пикаться нереально, я тоже пикнулся на него, сейчас попаду. Я прям четко ему тоже выстрелил и сразу же я нокаюсь. Не, расстояние бы было бы подальше. Он у него просто он быстрее успевает выстрелить, я такой. У него скорее автокликер. То есть он только пикается и у него сразу выстреливает. А потому что он просто стоит тупо, он даже не этот, не прячется. Ребятки, подождите, я пойду, надо дочь помочь. Ты долго? А мы тогда в конце выпрыгнем. Давайте без меня каточку одну. Ну выходи тогда. Интересно, забанят его вообще? Да? Забанят его, интересно, или нет? Ну, рано или поздно, да. Не, ну рано или поздно не надо. Надо вот сейчас. Я играл с читером, он мне рассказывал, что типа в начале первой катки, когда только создал, никто не банит. То есть, когда репортов накидывают много. А он тебе не рассказывал, там показывают ему, кто за ним наблюдает или нет? Он мне рассказывал, что у него поле типа есть вокруг прицела. Да, это я знаю. Круг такой, и туда типа, все, что попадает, все идет автонаведение. Вот, говорит, что есть отдельно прыжок высокий, отдельно типа там, ну, короче, такие штуки. Я пытался у него узнать про эти, про... уязвимые места. Короче, нужно просто посмотреть.
посмотреть, там, когда стримят всякие ютуберы-читеры. Угу. Как это вообще выглядит, чтобы понимать, как с этим можно, ну, работать. Сколько времени? 11, о, 11, почти. Я не знаю, сколько мне еще посмотрю. 3 часа без 6 минут. 4? Без 6 3. Без 6 3? Угу. Вообще, у нас же была разница 4 часа. Почему уже 3? Ну, не знаю. Без 6 минут 3. Не-не, фу, какие 3? Все, это я гоню. С нами есть? Нет? Нету с нами. Ладно, тогда забираем еще общаги, я пойду вон ту. Ага. Пироту. Окей, alright. Как картошка десантируется. Ну вообще прям безбашенный. С кувырком такая. Да, да, да. Чем с высоты там? Ага. Ты знаешь, что там, чтобы шею не свернуть, когда. Кувырок делать? Да, да, да. Ну я же занимался шею... паркуром, если что, дети. Да? А, прикольно. И акробатикой. Я когда на дзюдо ходил в школе, я не понимал, зачем учат страховаться правильно. Не понимал этой всей шляпы. Голова не отпала, она. СМ-ки. Отвык уже играть с СМ-кой. Да? Не, ну настреливаю-то я с ней нормально, но... Чё-то как-то не моё. Ну, я даже не знаю. Ну чё ещё за СМ-ка? Да не дамажит она. Не знаю, нормально дамажит. Хотя судя из того, что я 3 раза нокнулся в прошлой катке или позапрошлой. Ну я просто не обвешанная она была, поэтому мне ее сложно было контролировать. Да, тут... Тут не в обвесах даже дело. В обвесах, дядь, потому что... Да я без обвесов он пятерых разбирал. Даже без прицела. Не, ну там дистанция была просто не для этого... Не для коллиматора, понимаешь? Тройки бы я мог там пострелять. Они мне 2000 там что-то дают с СКС, там, с СВР, не помню, с чем. Я падаю. Несправедливо, да. Несправедливо, да. X3, я надеюсь, ты нашел. Я нет. У меня 4 и 2. Блин, СМ-ка все-таки придется бегать, что? А что хочешь? Хочешь калаш тебе? А, калаш у меня был в той общаге. Я уже взял мутант. Тут М24 на крыше. Возьму. У меня как раз 8 есть. И аптеки тут. Думаю, чуть одна аптека. А тут и компенсатор на автомат. Возьму. У меня как раз и компенсатор.
шестерочку. Не убирай метку пока. Вижу мой корячок. Может здесь корячок может? Солар. Солар, ты меня называешь. А мы не в зоне, прикольно. Так, а где 24 было? На крыше, на крыше в кирпичке. Понял. О, кар. Ого, понял. Калаш. Вертикалка тут. Не, есть. Нашел их 6. Там стреляют уже, слышите? Это где? Ну, сверху где-то стреляют. А какой кирпички? Слушай, метку свою смотрю. Кто, кто, кто? Коряк, если что, вот на мне. А, понял. Иду, возьму. Тут третья броня, кстати, внизу. У меня есть третья броня. Все, кар есть. Мне теперь семерки нужны. А компенс, компенс где? На кирпичке. Какой этаж? На крыше также, где им за 4 там рядом. Вау, спасибо. Да, да. Что, ты уже все пришел? Ну? Ну, ты бы почти дожил. Да, дочка приболела просто, у нее это... Температура? Нет, не температура, у нее сопли, короче, и она, знаешь, это... Ну, сморкаться ребенок еще не хрено... умеет. Спать хреново, надо высасывать, да, эту хер? Да, да, да. Сопли высасывать, закапывать, ну, пшикалкой этой. Угу. Так, а кто стрелял? На горе стреляли или это вы стреляли? Похоже, что я стрелял. То, что там автомобиль, если что. Кто-нибудь раков? Раков попил, кушал? Я ни разу не пробовал раков. Блять, я их пробовал, но я их как креветок жру, понял, а говорят, их надо полностью съедать. Там один панцирь только остается от них. Больненько. Поехали на метку. А я только у них хвост хаваю и все. Ну я не знаю, как там они там мозги еще высасывают, короче, с них нахуй. Ну там пиздец. Рём-дам-дам. Ты, Миша, раков кушал? Ну-ка, Миша, не дай я к тебе сяду, подожди, мне ЧП. Уже 37 человек живых, прикольно, полутали только этот. Подожди, я к тебе сяду. Не-не-не, ты за руль, ты за руль. Поехали, потихоньку на мою метку.
Стойте. А, у вас нет. Все, я на этой. Коломай. Окей. Да, конечно, блядь. Столбик несбиваемый, блядь. Тонюсенькое говно, блядь, и которое... Опа. Слышали, да? На церкви, короче, где-то. Давайте наверх заезжать на них. Машина, кусок говна. Куда вы съебались-то? Вот так едет. На гору. Сюда, короче, он поехал, на гору. Лёха, ты стримишь? Он что-то, походу, вообще этот отошел куда-то. Его убили, что ли? Вот стреляют. Ага. Да, да, иди поцелуй меня в задницу. Да, 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 да. Господи, какое это говнище, блядь. Оно же даже не едет, блядь. Сейчас мы с вами поговорим. Давайте, подтягивайтесь. Куда вы? Куда вы? Вот он едет мимо. Просадил сильно. На, в полях едет. Они упали, перевернулись. Метку, метку дал на них. Чип сейчас будут садиться, намотай. Ой, попал тут... жестко. Где кто, чё? Заебали, блядь. Где, ну чё, блядь, где там, блядь? Ага, вот он, вот он, вот он, в упоре у нас. SW. За бугорком взять. У него один шот в пузе, блин. Ну ты ко мне ездить подъехал. Вижу, вижу. К тебе я кинул хаешку. Спалил на меня, блядь, придурочный. А, он... а, все, я понял, где он. Он в ЛГшке сидит там. Перебежал? Все, хорош. Стреляют с этой бетонки, что ли? Чё, реально, что ли? Едут к нам. Баги. Да. Пососяло они.
зоне. Бежит, бежит. Да блять, ну хоть сука, блять. Ой, хорош. Бегал. Поднимай, поднимай. Давай, давай. Он волгешки, волгешки-то обходил, как мы шли, понял? Налево. Угу. Бля, Лёха, это... Чё? Мощно. Чё это мощно? Чё мощно? О! Ай, такая, прибежал на спидах! Гнида такая обосранная! У тебя 18 FPS было, прикинь? Да? Охренеть! Вот тварь конченая, блин! 18. 47 человек, он убил 47 человек. Ай, блядь. У меня не показывает, сколько он убил. 47, пиздец. 15, 9. Ты где смотришь вообще? Стрим твой смотрю нахуй. Я не вижу тебя. Ты попереключайся между ними, посмотри, сколько он убил. Ну вот слева у тебя как раз вот 60 максимум, нахуй, минимум. Угу, ну минимум, ну. Минимум у тебя как бы. Чекайте. Подожди. Короче, когда ты начал стрелять по баге, вот этому типу, у тебя просадка до 12 FPS была. Ну вот сейчас 11-18 минимальная. Я прям охуел, я думаю, как так? Документы. 47 человек. Мне Серега говорил, то, что ты там прям в Battlefield'е на самолете наказывал. Тебя, говорит, самолет, у него, говорит, самолет еле летит. А он, короче, летит и еще кого-то убивает, говорит. Ну, было такое дело. Да нет, там скоро сбрасываешь и херачишь. Ну, там бесит из-за пинга, короче. Там тебя по-любому чпокнут. Там, если в догфайт, ну, сражение чисто на самолетах идет, тебя назад откидывает, и чувак на тебя, короче, получается, чекните, просаживает. Чекните, скриншот я откинул. Да. Входим. Просто же зашибись. А чему его не банят? 47. Реально на него никто не жалуется, что ли? Дайте ему бан. Как этих мразей не банят с 47 килов по любасу, что он, блядь, большая часть дала репорта? Вы дали репорт на него? Да. Гниды. Пыри дырявые. Ты что, через Дискорд смотришь? Нет, почему? Ну там в Дискорде линкуют то, что ты стримишь, переходишь, и на Твич перекидывает. А, ты не подписан, поэтому мне не показывают, что ты смотришь. Блядь. Ты не зарегистрирован, в смысле? Ну, я же не зарегистрирован, это че. Угу. В чате писать не можешь, да? А я не знаю, я уже закрыл. Я просто смотрел. У тебя вообще сколько FPS минимум? Минималка? Да, минималка, сколько у тебя? Не пойму сейчас тебе. Ну, смотри, у тебя FPS и минимум. Ага. Через дробь. Вот через дробь у тебя сколько? Ну вообще в среднем полтинник 40. Подожди, ты где находишься? Подожди. Ну вот, где-то. Ну вот. Где? Народу много, меняется вообще быстро. Блядь, я тебя не... О. Ну-ка, вот смотри, вот если смотреть на гору, сколько у тебя? Вот прям на гору. Вот так же. Сколько? У меня вот сейчас 27, 31, 37, 51, 48, 54, 42, 36, 47, 43, 48, 47.
190, 160, 180. Ну, это, это минимальное. Да. 213, 173. Ну. Так у меня... У меня проц по факту двухъядерный, если что, дети. Он хоть и пишется номинально, что он четырехъядерный. Нет, не, ну это жестко, на самом деле, как так играть можно вообще? Ну вот так вот. Блять, ты же еще кого-то и убиваешь, нахуй. Да у меня и КД не самое хуевое, я тебе скажу. Ну как бы в PUBG ты, по крайней мере, лучше меня играешь, нахуй, ты еще кого-то убиваешь такими FPS-ами. Так у меня FPS в этом, в Apex 30, 25, 40 редко. Ах, хуй. Давайте двое на дом, двое на берег. Давай я на берег. Люблю почилить. Давай, мы с картошкой на дом, а вы с картошкой на дом. Ну я тогда давай на ближний или на дальний. Какой выбираешь, Лёха? Я метку поставил. Блять, вот ваши метки карты открывать, блять. На... Я дальний. Ну, я вообще в дом прыгаю, потом иду на ангар. Ну я пристань дальняя. Угу. Окей. А, с нами никого, да? 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 А, да. Вот слева один вот тело какое-то. О, сзади летит. Может петушок. Но есть вероятность. Злостный петушкан. Приму удар. Спасибо, Зет. Да, здесь-ка я бы рюкзак бы принял так. Бля, Вектор с X3 без обеса, это жестко. Это жестко, я должен сказать. Куда он, интересно, пошел, вот этот петушкан? А где он высаживался? Что за? Он где-то сверху на кемпах высаживался. Не же нахер нет, калаш? Ну не знаю же. Ой. Кто взял какой-нибудь кар? А хрен с ним, возьму калаш. ППВМ-ку скинул. Возьму. Вертикалкой. А тут же осталось, да? Пещера же тут есть же, да? Да. Так он в пещеру нахуй пошел, куда он пошел нахуй? А, не, пещера не тут. Пещера вообще не здесь, блядь, она хер знает где. Вот она, блядь. Вот Мишаня увел маг, тут и вторая каска еще там всякие. По-моему, вторая-то есть. А, нет, она, да, она не здесь, вон она. Пятерок дохуя. О, хорош. Вектор-то на нафиг пошел. Ребят, воевать будем? Зачем? За что воевать будем? За что? За родину, за жизнь. Тихо, Мишка, тебя по стриму слышно. Что? На стриме тебя слышно. Меня послушают? Конечно. Ладно, понял. Че, бот что ли, блядь? Да, похоже на то. А вот он. Блин, за него болик надо есть. КИБЗ тут валяется. Уже все, с калашом бегаю. Пятерки тут валяются. СЛР-ка. СЛР-ка, блин, возьму. Пометь, пожалуйста. Кар нужен на ЛМ-24. Вижу типа. Ты мне так говоришь, что я вижу. Метить. Хуя тебя. Ой, хорош. Это был читер, прикинь, ты читера выебал. Ты слышал, как он накидывал? Угу. Можем так стрелял специально. Шмакросы. Че у него, если СКС, я возьму СКС. СКС, по-моему, как раз и была у него. То как он туда залез, интересно? Я уже СЛР... А как ты думаешь, как он туда залез?
Ну, я вот сейчас и смотрю, как он залез туда. Ну, скорее всего, вот так он туда залез, смотри. Оп. Ну, вот здесь вот, оп. А, ну, хорошо, хорошо. Блять, не ты понял еще. Блять. Сука. Так, а где там СВРК? Ну, в зоне же. Миша, надеюсь, ты не меня, да, спрашиваешь? Тебя. Ну ты же лутал там. У тебя же СВРК. Я же сказал, я не умею метить. В том кемпе, вот, да, вот, вот куда ты бежишь. Угу. Второй. Ты умеешь метить? Да. Да, второй. Блядь, заебали. Кто? Ебучие вы боты, блин. Lock and load, это что, бот? Ботики? Ботики? Ботики, уродики. Что-то странно, боты читеров всех, что ли, из этого, ли? Истрепали, так сказать. QBZ и вот тут вот. Нет, вот тут вот. Нет. У Индрышка и Котовин. Читак. Вот она, СЛР-ка. Семерки там есть? Нет. Могу дать. Дай чуть-чуть. Лег, блядь. Он же тебе говорил, почему он ложится. Душевно в душу. Картоха, третья морда, иди. Опа, тачка, тачка, тачка. У нас типы пролетели вот тут. Да не-не-не, не надо, нахренит, пиздец. Ну не надо. Слышите, ребята, у нас файтинги тут идут. Да садись, блядь! Садись! Подожди. Вижу типов. Слышишь, поднимай, 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 поднимай. Кемпе читаки. Читаки? Да. Двое. Третью каску мне сбрил тупо, с чего-то не понял даже. С горы они идут или нет? В кемпе, блять! Я ничего не слышу. Все, понял. В кемпе, блять! Понял, 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 тихо. Блядь. Еще один. Вот этот читер, который с этой. Домики справа. Ебать, ты подсунулся, конечно, пиздец, не вовремя. Я только ему целился уже. Такой просто мне плечиком такой тут. Тихо. Вижу. Видишь, два шота получил он, два шота. Одного хорош, хорош, вот этот читер. Погнали рашить. Там двое читера. Да-да-да, он к нему побежал, вот резать его. А где резает? В домике в этом же, маленьком. Большом. А, в маленьком? Да. Не положил. Ну, хорошо. Все? Да. Нихуя себе зажали. Зажали, блин. Вот, если не жалко, дайте кто-нибудь X4, да. А ты что? А у тебя что? Да я уже забрал. Вот, вот, вот X4 валяется, мало. Да я уже взял, я уже взял. Не надо больше. Тут еще один X4. Тачка едет. Сковороду на жопу накину. Я хиляюсь.
Тачка едет. Я хиляю. Говно бронированное. Ёбнули. Не-не-не, он же бронирован на УАЗе. Бежим. О, тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блять, а он гремит, ни хрена не слышно из-за него, блин. А вон стоит у вас. Угу. Три шота в чуваке. Он сейчас остановится в кемпе, остановился. В кемпе там. Один вышел. Вроде. Прикольно. Если он не... Он вообще один был. Он нокнулся, да? А, нет, он катился, блин. Он катился просто. Давайте в зону, ребят. Знаем его, нет? Там третья каска вроде была. Я не понял, если честно, его маневр. Тут аптека есть. Где его ящик? Броня нужна. На горе там еще. Так, 4 еще я. Илюс. Бля, не могу найти его труп, пиздец. Да и... Ну, забей. Все, нашел. Там где? Аптека одна, всего лишь. Ага, вижу, в этой, в бане идет. Стреляем. А, он нокнулся. Где-то еще есть тело. На горке? Нет, туда идем сейчас. Я сфотою его сейчас. Все, никого нет. Миша, там всех убили. Да, я бинтуюсь. За зоны? Бинтуюсь. Прикольно. Я бинтовался. Где вот кого убили? Да он там в бане. Парился. Понял. Венечко ему подкинули. Зона идет, аккуратно будем спускаться вниз. А может и не будем. Закроем зону, может, нет? Здесь сзади посмотреть.
Так, ну я не знаю даже. Да тут. Ой, хорошо. Ну как? Так, всегда такое себе. Зону била, ну. Не, сюда не пойдем. Надо вот здесь как-то держаться. Дроп вижу. А может вот тут? Нет, вот тут. Где? 330 на горе. Не лутанный. Откуда ты знаешь? Может там. Вижу его. Может там за ним лут валяется. Ну, я насколько знаю, он гаснет, когда его это залутали. Нет. На него смотреть могут. Если на него смотрят, он опять этот. Тринадцать. У меня глушитель на снайпу на компенс. Нет. О, компенс есть, глушитель на снайпу скинул. Вот здесь вот. Сейчас меточку дам. Буткэмп, крыша, центр, левый. Да, слышу. Надо? Нет. Ёбнуть? Не. Ёб? Ну, блядь, там трое, короче, нахуй. Центральная крыша, да? Центр, лево. И получается центр, крыша. Центр. Да, ну, П-образное здание, которое. Там баги стоит. А теперь правая пешка, центр. Один. Двое на втором этаже бегают. А этот один выцеливает где-то справа и крашит, походу. Со стороны ангаров где-то. Трое на справа в центре. Пешка. Ой. Так. Ну я их отсюда не вижу. Ты рубероида убил. Я нокнул. Заползли. Там, по-моему, второй тоже нокнутый. Их кто-то рашил справа. Они в центральном здании? Да. В гаре в этом, да? Да, на вилке. О. Еще типы были 345. Блять, серьезно? Серьезно, ты как лёх прыгнул. Я прыгнул как лёх. Переходим в буткемп? Слева, по-моему, из горы кто-то выглядывает. А вон сверху, на горе, сверху. На горе, 200, сверху. 200 выглядывает на нас. Двое там. 200 дерева и 190 на горе. Не вижу, сейчас посмотрю. Из-за горы выглядывает на нас. Видишь теперь? Нет. Миша, ну как так? Он переходит вот сюда. На мотоке идут. На баги есть. Включаем. Блять, они сейчас в зоне будут. Они уехали дальше. Их двое там. Я знаю, что их двое. Только опять мне бройку залили, пидорас. Маскалат пробежал в этот ближний ангар ко мне. Бордовый маскалат. Блять, бордовый, блядь, этот. Ну, короче, пожухлый, блядь. Бордовый, да. Жека. А чё там, где те типы, мотоциклисты? Они же на баге нет, они вот тут. Там кого-то из них, что ли, сберила нокнули? Или чё? А, понял. Нихуя себе, они в домиках. Не-не-не, они не в домиках.
В дома перебежать сможем? Слушай, конечно. Спрашиваешь. Ух ты! А как? А, второй. Нихуя на ходу. Так постреляй по нему. Постреляй, постреляй. Сейчас уже не вижу, он спрятался. Все, хиль. Ой, можешь поднять. Прям посреди этой поднимай, похуй. Блять, я сейчас откисну. Ладка раздали. Поднимай. С ангара. Хилюсь. Эти сейчас сюда подбегут. Подбегают. В дом беги сразу. На баги едут. Пусть едут. Блять, меня ваши нахуй. Миша. Ваши ебут меня. Одного нокнул. Леха, блядь, как он меня... Он за этим, за бордюрчиком. А, и картошку нахуй. Один справа у нас под домом. В ангаре. Все, этих нахуй отобрали. Молодцы. Вот, сейчас идут. Один в ангаре. Вот стоит, чекает вас прям. У меня в ангаре. Прям. Да, аккуратно. Что у них есть? Есть вторая бронька не залитая? Нет. Все, все, они под бордюрчиками. Один под бордюрчиком. Мне бы только его увидеть, где он нахуй. Вижу. Они оба под бордюрчиками, справа и слева. Угу. Ага, вижу, за машины. Пятку ему сейчас, сука. Нихуя он. Он меня ёбнул нахуй. Один. А другой слева был. Похер. Тихо, 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 Миша. Зона пошла. Давайте жестче что-нибудь делайте. Тихо, Миша, не торопи. Они дымят. Пусть дымят. О, с деревом хорошо. А, под забором на 230. Он лёг. А там и здесь у вас дыму. Дыму. Блядь, я по ним посадил. А где еще один? Леха, Леха, подними, подними. Да тихо еще. Блять! Пидор! А это кто оказался? Блять, я хотел сначала влево пойти. Блять, Леха, моя вина, я тебе говорю, моя вина, нахуй. Я хотел влево. Мы разделились зря, блять, поэтому мы отсосали, блин. Не-не-не. Сейчас бы, если бы с Лехой грамотно сыграли, мы бы их нахуй обыграли. Я нахуй, я-то дурак нахуй побежал за Лехой, мне надо было наоборот влево. Да, пойти. Тебе надо было с другой стороны чуть пробежать за дерево, за другое. Да, если бы лево ушел бы, нормально было бы все. А тебя кто забрал-то? Что? Так, я отойду водички попить. Да кто? Я, блядь, знал, нахуй. Просто ступил нахуй. Так, если знал, то это твоя вина, да? Да, да. Не, на самом деле моя вина, потому что я, блядь, сука, у меня бывает это, знаешь, называется болезнь топографический кретинизм. Это когда смотришь на карту и не понимаешь, куда тебе надо бежать. Так у меня тоже бывает, когда зона начинает пиздить, не успеваешь принять решение. И вот, и у меня сейчас случился топографический кретинизм, и я решил выбрать самый легкий вариант, это бежать за Лехой. И поэтому, блядь, вот мы вот так вот нахуй слились. Стадный рефлекс. Да, это просто... По грамоту мне надо было слева обходить, а он бы справа пошел. Нормально бы все было. Блядь, я не понял, как меня чувак нокнул. Я пострелял по типу прям хорошо и лег за бордюр. Он мне просто хуяк-хуяк и нокает за бордюр. Я вот не знаю, вот честно вам скажу, вот здесь кого вы называете читерами, в обычном папке это просто игроки. Ну вот я вам серьезно скажу, то есть там вот все так стреляют. Ну практически все. Ну я, наверное, так не стреляю там только.
То есть, а вообще в обычном папке, вот реально, вот только ты высунулся, бам, хэт, нахуй. Ты даже не понимаешь, как он тебя увидел, что он тебя увидел, но ты получаешь пизды, нахуй. И такая хуйня вот постоянно в обычном папке. Нет, ты говоришь, как будто мы с Лёшей не играли в обычный папку. Я из обычного папку вообще-то пришел. У меня там 1500 часов накатано. Ну тогда ты должен понимать то, что, блядь, те, кто читеры, они могут быть не читерами, а просто хорошими игроками. Ну, вот реально. Это легко увидеть, просто понаблюдав. Понаблюдав, как он лутается, как он себя ведет. Когда смотришь, ну реально есть, реально. Но их очень мало. Потому что хорошие игроки, они играют долго. Они играют долго. Я играю с первого сезона, даже я на турецком сервере играл до этого. Но когда я вижу, что уебок какой-то. Ты сейчас не про тебя. Фанат, да? Ты фанат, Павка? Что? Ну, ты как фанат папка, да, идешь? Ну, а то есть... ты вкладываешь понятие фанат? Ну, то есть, блядь, ну, папка нахуй, это прям... Ну, ты, блядь, твоя тема, короче. Ну, фанат, в моем понимании, это человек, который там, футболку, папку, кепку покупает, там... Нет. Я просто люблю папку. Нет, ну, то есть ты и механики изучаешь, папковские и так далее, то есть... Я ничего не изучаю, просто играю, мне нравится играть, мне все. Ну, одно время смотрел там, да, мне интересно было там еще по урону. Но фишка в том, что, например, все гайды, которые выпускаются, ну, я раньше их просматривал, они, этот, скажи мне, они для обычного PUBG. Они не котируются для PUBG Lite. То есть я сравнивал, смотрел таблицы там, короче, а они вообще... Подожди, а почему ушли с обычного PUBG? У меня комп не тянет. Они начали все обновлять. Все да, у меня тоже все обновили. И у меня в один прекрасный момент... Ирангелют новый, который... С 60 кадров упало до... Там, 25. Да? Угу. А я на 30 играл, и я бы на 30 остался бы там играть. Но они взяли Зимку, отличную карту, на мой взгляд. Она вообще классно у меня шла, все нормально было. Ну, на минималках, естественно. И они взяли ее, что-то там оборудовали, она начала глючить, капец, просто невозможно стало играть. Блять, а я тут креветки ем. Ну, вы бы сразу сказали, что надо жать. Пизжу креветки ем, ну. Блин, ты мне напомнил случай. Где-то на полгода назад я к типу приехал. Гости. И он мне, короче, решил водным накормить. Ну, короче, понял, да? Чем? Кем? Чем? Водный решил сделать. Это что такое? Вот. Что это такое? Вот, ты не знаешь, что такое водный? Я могу знать. Ты че? Бурбулятор, окей. А! Ёбаный рот. Ну ты так и говори, нахуй. Ну. Вот. О! Опять какой-то ник странный. А ник вообще офигенный. Так это, я хочу такой же. И этот, ну, я же очень редко этим, ну, а он, ну, постоянно понятно. Прям, а он постоянно прям этим балуется. И он чисто, ну, говорит, попробуешь? Ну, говорит, да, давай, типа, все равно, типа, у тебя в гостях. Вот, и, блин, мне так хорошо было, что, блин, он говорит, короче, пошли на улицу выйдем. Я говорю, нет, я не могу, ну, я в таком состоянии, я просто, честно, неадекватный, короче, я не знаю, что я, ну, вообще, кому, мне страшно вообще с людьми говорить в таком состоянии, потому что я не понимаю вообще, что я скажу, как это разовьется. В итоге мы с ним вышли, короче, встретили каких-то там знакомых, какого-то там чувака и его отца. И стали, начали разговаривать, короче, потом в итоге в какую-то пивнушку мы сели, короче, мы там бухали, короче, в итоге там какой-то чувак сидел, нас слушал, это я подвожу просто, это все подводка была. Он сидел, нас слушал, потом говорит, не, ну смешные вам ребята, короче. Вы, ребята, мне ж вас захотелось угостить. Он нас, сука, угощал креветками и пивом. Мы такие, в смысле, а зачем, а что? И сидел, говорит, ну, товарищ, он такой, да не, типа, нереально, типа, люди просто так ничего не делают. А сам сидит уже, наминает их. Я так и хихикал, потом, чувак. Типа, он такой, ну, не делают так люди. Давай, все, полетели. Бросай креветки в воду, пусть плавают. Я, кстати говоря, до Краснодара ни креветок, ни раков не ел.
5 лет назад вообще. Я приехал в Краснодар, я тут уже понял, что такое офигенно вкусные раки с пивом. Креветки тоже не вкусные. Креветок надо в супер соленой воде варить. Потому что они так пресные еще. Типа тут один. От них бывает расстройство, если они их как-то неправильно приготовить. Да? Ну я не знаю, я не огорчался за это. Да и креветки тоже были не против. Да, в принципе, им уже наплевать было. Кому-то М-ку топовую взял. Наверное, мне. С нами был кто-нибудь, нет? Нет, падал на мою метку, типа. На заёненько. Так непривычно, я тебе реально говорю. На твою метку, так где твоя метка? Всё, М-ку топовую скинул, короче, нахер. Я скоральку уже нашел. Вообще непривычно. Ты говоришь на мою... 4 в туалете. Enemy. Короче, на моей метке М24. Это у меня так по припиздному колесику работает. Ну, у меня что-то в последнее время такая же херня. Дабл кик. Дабл пинг. Кота своего все облажаешь. Кота своего облажаешь, говорит. Да иду мимо, он такой лежит красивый. Не могу удержаться. Облизать ему что-нибудь. А я из тех людей, которые с своими животными разговаривают вот так. Ути-пути-путь. Ну, сисюкает, короче, понял, да? Третий рюкзак. Да у меня уже есть. Мотоцикл он. Берешь М24 в туалетике? Как? Да, куда ты идешь? А СКС кому-нибудь надо? Идемте с типом повоюем с тем. Слышишь? Панфил. СКС скинул. У меня прицелов нет нормальных. Я полутаюсь, вот тут. Третья морда никому не нужна. Серьезно, где? А вот в этом красном здании было. Забрал? Ну конечно. Ой, что это было? Мне... Салют. А ты салютаешь? Ну, салютую нахуй. Тихо. А это что? Это я. Миш, что? Миш, что у тебя там? Тебе делают дабл пенетрейшн? Тихо. Ну что не делают? Я ж слушаю. Но уже очень пытаются. А есть иксы? Нету. Вот вообще пиздец, нахуй нету. Кто-то куда-то поехал. А я. Тут еще, кстати, мотак есть. Дабл пинут, что еще? Опа. Это тоже салют был или что-то? Danger ahead. Нет. Понял. Что там? Там люди стреляют. Проблемы. Проблемы, Миша. А где тип был на твоей метке, ты говоришь? Не знаю. Я же за ними следил. Я не ВХ. Почему? Он уже там, и он устраивает проблемы. Let's rock. Ой, хорош. О, май. Все, и сразу умер. Нормально. Да. Все, от Кисулькин. Пути-пути-пути. Интересно мне. Пути-пути-пути от Кисулькин, да?
Калки две штуки. Иксовочки. Есть, нет? Даже тройки нет. Даже их два нет. Да он тут лутал говно такое и все двери позакрывал. Вот говнище. О, их шесть. Чусь. Говно такое конченое. Все двери позакрывал. Миник. Да, говно такое. Просто пидрю какой-то. О, после него запах остался, что ли, что? Да вообще ужас. Нужно проветривать тут все. Весь ранхер, блин. Компенс нужен на снайпер? Не-не-не. Кучка, кучка. А чучку возьму. Возьму. Эй, ладно. Трупов сниму, может. Да не может, а точно. Вертикалка. Нужна или? А? Нужна? Нет. Ну, нужна кому-нибудь, нет? Мне нет. Нет, мне нет. Чё, поехали в зону? Тут лута надо. Что такое? Куда же он ушел? Что ж такое? Не знаю, Мишка, я бегаю его ищу, но он не откликается что-то. Тут тоже у меня лута надо. Не откликается, да? Понял. А тут X3 еще. Опа. Уже не надо. По берегу поехал баги. Кто-то стреляет по мне, слышь? Кто по тебе стреляет? Не знаю. Стой, меня подбери. Поехали, посмотрим, кто он. Вот он, сука. Это где? Где он? 310. Кемп сверху где-то. 320, вот эти НВ-320, вот они где-то тут стреляли. Разве? Я вот, сука, оружие не достается, блядь. Мне казалось, с другой стороны. Здесь вообще даже не лутано. О, еще одна одиночка. Я тебе скажу, откуда стреляли. Вообще с другой стороны, откуда картошка приехала. Картошка с нами. Я знаю. Так она ехала с нами, в эту сторону. Да, понятное дело. Оттуда, откуда же ты ехал? Вон он тип, ёптать. Едьте сюда. Покажи мне его. Едь сюда. Хоть сюда. Поехали. Иду. Иду. Wait for me, Меня, короче, повезли куда-то. Поехали. Сейчас. Вот он уже, Миша, у нас. Миша, что ты говорил там? Пробел? Shift, Ctrl, что там было? Ctrl это опускать колесо переднее, а пробел поднимать. Ой, еще тут типы. Хорош. Где они? Сто три. Бригада. Понял? Понял. Да, правильно. А ты мой мотек забрал, нет? Нет, это картошка мне привезла к какому-то по такой, я хуй его знает. Коряк тут у него, МК 416. Не, она патроны семерки. Семерки есть, пятерки есть, гранаты есть, X4 есть, которые я забрал. Это тоже X4. А я забрал X4, извините. X3 там валяется вообще. А, он убежал туда аж? Да, он к дому добежал. Я же объехал, он к дому подбегать, а тут приветочка.
едем? Да, сейчас все. Я бустуюсь и поехали. Мишка, садись. Мне перестал на поспать сейчас. Я вы лутали тут что-нибудь, да? Короче, у тебя тут баги. У тебя тут баги есть еще. Можешь лутаться сколько влезет. Смотри, трюк. Опа. А тут все залутано, Миша. Тут ничего нету. Вот энергетосы. Четверка. Смотри, все нашел. Сейчас еще пальнут. О, компенс. Да, нихуя нету, ты прав. Тут по нам ебашут. Ребята, все, поехали. Мы уже едем. А хули вы едете? Мы уже нахуй разобрались со всеми. Там никого нету. 205. Где-то с 205 ебашит. А тут успею. А откуда ебашит? Погнали. Да уже ниоткуда, они уже походу съебались. Погнали. Мотак берешь, Миш? Да похер. А, нам картошка указывает где-то, а не тут, а. О! Ой-ой-ой-ой. Я же говорю, 200 где-то ебашут. Вы их видите? Нет, еще, нет еще. Дом с гаражом? А, вижу. Где? А где X6 мой, блядь? Где мой X6? Блядь, ну вы можете за сказать, где? Метку дал. Короче, понятно. Нахуй я лучше поеду. Где мой X6? Как я промахнулся? У меня он в доме? Не, он возле сена, это там туалет, и он слева от туалета там где-то в полях был. Он сидел один вот здесь, блядь, за этим. Он сидел так сладко, а у меня я X6 скинул. А я промахнулся, да, он сладко сидел, согласен. Я не попал в него. А, вон, вижу. Вон, стреляет. У меня. Он что, тебя видит? Да. Он сквозь листу стреляет. Джека, где он? В туалетике где-то здесь. 240 передо мной. Крутит меня. А, вижу. Это читак. Лёг. Угу, да понятно, он там дежебок это еще тут. Сейчас, подожди. Еще... Мув сделаю. Ага. Меня нокнул граната меня нокнул. 185, передо мной прям. Я в дымах. Подрёшь его, давай. Он бежит к нему. Бежит. Блядь. Блять. Я знаю, что это читак, я же сказал, что читер. На мне, на дереве прям. Он еще в кого-то стреляет. В меня. Видишь его? Ай, прям... блядь! Это он. Где инфа, что он на меня побежал, а, ребята? Я не видел, там все задымлено. Ага. Слышишь, Леха? Че? Вот это вот, я уже сомневаюсь, что это нормальный ген, потому что вот только что он был вот... Да он на спидхаке бегает, ё-моё, я чё, не видел? Я же сказал, что это читер. Вы чем слушаете, ребята? Чё делаем? Так он, может, и не лёг, может, он нахуй съебался. А можно за ним как-то следить? Когда он всех убьёт. Берем моток и поехали. Ну ёбните вы его уже. Сука, урод, блядь. Да, блядь, знал бы я, где он, блядь. Все равно репорты на него подавали. Лёха, не бомби, если бы они даже тебе сказали его местоположение, то через секунду он мог оказаться вообще в другом конце карты. Да, не в том вообще дело. Просто если бы они сказали, что он ко мне бежит, я бы не слазил с мотока.
Я просто бы уехал. Я бы уехал, куда я хотел. А я хотел вот на этот кемп. На зеленой меточке. Ай, блядь, говно ты ебучее. Где-то с синего дома стреляет. Поднимай. Сейчас он прибежит уже. Ну, понятно, что прибежит. Мы же с ними ехали пойдется. Да надо было в дом занимать. И что? Что, забыли, что как в доме? Ну, в акварик можно сейчас сесть и съебаться. Но он же потом опять прибежит. Не, в смысле, в дом надо... Ой, блядь, сука, уже обошел. А, это залупа. За дерево прям стоит. За дерево прям. Нет, он уже оттуда съебался. Он только что портанулся куда-то. Ну, он играется, играется. Взорвись давай на гранате. Да-да-да. Хаешку под нас, давай и все. Хуй ему, я не прагал, гандоном, блядь. Наблюдаем и репортим. Репорты. Шо, хуесос, блядь? Не можем, да, без читов, блядь? Говно ты ебучее, блядь. Да, ты долбоёб, дачба, блядь. Ебаная. Это не один читак. Да, тут еще вот чел был. Даша, сука. Угу. Ну, будут воевать сейчас. Смотрим. Я, блядь, понять не могу, в чем прикол, нахуй, использовать читы, нахуй, в такой игре. Че искусство читов? Да, это просто криворуки, я тебе говорю. Не, понимаешь? Ну, давали бы за это хоть что-то, да? Вот, ну, уровень бы он повышал там какой-то, либо что-то еще. Ну, тут же нихуя такого не дают, ебать. Да, ну, твоя ошибка, что ты там сам против него решил. Да, что вышел. Он так стрелял уже подозрительно, уже надо было задуматься. Не, ну мне... А ты пошел на него сам, и все посыпалось, вот все дальше просто по нарастающей. Ты умер, Панфил поехал тебя пытаться понимать, его убили. Все, и нам уже не... Опа. Ой, стрелок как, прям. Какая у тебя... Какая у тебя там это? А вот пизда вам всем, сука, тоже читак. Да, посмотрим, чье кунг-фу сильнее, блять. Он думал, не, вот читаки такие странные, их тут дохерища, и они думают, что они одни такие, блять, мощные. Чьё кунг-фу сильнее? Ну просто тоже по привычке уже едет, ага, типа сейчас на всех выебут, тут оказывается тоже такие же баги грозные. Калаш мой взял говно. Ой, достаточно. Сказочник. Одиночными стреляет, блять. Это одиночными, так сказать? Да, через макрос. Прикольно. Идолург такой, я вообще в шоке. Подорви, ну себя нахуй, пидор. Он себя и подорвет.
Да не, он вызывает там людей каких-нибудь, может, чтоб сагрились на него. В этой хате есть люди. И что это? Хотел что-то написать, но оно быстро исчезает. Да у лохов все неудача, ё-моё. Его ошибка была, что он уже родился. Ладно, насрать на него, погнали на следующую. Я хочу посмотреть, чё, кунг-фу сильнее, да? Ладно, давай. Хуя он лётает. А вот еще тебе быстрее летает. Блин, он реально поменял, он еще быстрее поставил скорость. Он вот он переключает, видишь? Он стоит, переключает скорость. Он попробовал, видишь, очень сильно. И меняет сейчас скорость. Что, типа он очень сильно лох. А потом чуть поменьше лошок, да? Блин, чуть забанили бы его в прямом, вот я порадовался. Да-да-да. Криворуки такие, ёпана. Он без щита вообще играть не может. Он у него КД там, наверное, блядь, 0-1, блядь. Ой, конечно. Молодец какой. Он не понимает, придурочный, что тип на берегу. О-о-о. Какой лох вообще. Давай, скорости. О, а, о, все. Вот тебе на, подружку. Придурочный, блин. Да, да, нормально. Лох. Ага. 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 Тоже, тоже, тоже. Да. На всех, на всех. Как говорил мой знакомый, ты молодец противовес, да, против молодца ты сам отца. А, тут целый склад. Просто склад щиточков. Нормально. Накидали им, да, репортер? Угу. Всем. Так, я ЕЗ накидал. Все, покинуть матч. Один от зоны умер. А вот они уже знают, да, где тип? Да давай ливаем, а то сейчас с ними опять попадемся, дядь. Ну давай. Гоу, 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 все, поехали, поехали, поехали. Давай, давай. Не, ну когда, блядь, четверо сразу в тиме, эти чудаки, это, конечно, очень жестко. Тут с одним иногда, блин, ну, все тимы можно, в принципе, справиться иногда. Как в той избушке, помните, на этом? На курьих ножках? Ну, зажали мы его со всех сторон. Когда тебя нокнули, и мы подъехали потом. Питбулем. А что значит я питбуль я? Это вот что это означает? Или это счетчики такие графические? Это просто скобки. Это счетчики. Такие графические такие, да? Типа вов. Вов. Вов.
Че, тут есть читаки, нет? Ты че так? Ты че так? Ты че так? О, вот это точно читак, нахуй, сука. О, харя так. На нахуй, клоун, икс. Ой, блядь. Вообще не понимаю, нахуй я читерить в этой игре, нахуй. Вы видите, чувак прыгает в небе? Чувак прыгает в небе. А? Ну, долбоёб. Ну, он прям до неба подпрыгнул. Вы видели, нет? Что за хуйня тут творится вообще в этом папке? Ну, тут всякое разное. Он... Да, так и играют в обычном, я тебе говорю. Блин. Он съебал. Он же сам играет в обычном. Он съебал куда-то. А вы называете их читерами. В обычном все же точно так же. Не, ну сейчас чувак просто до неба подпрыгнул и на дом стопрыгнул. Ну вот, а теперь я тебе отвечаю на твой вопрос. Если бы такую хуйню, такая была редко, то вы бы не говорили на каждого третьего читер. Понимаешь? Потому что слишком уже много их. Контингент народа. Я тебе скажу, я тебе скажу так, СНГ комьюнити все-таки хуже, чем китайская комьюнити. СНГ комьюнити самая, так сказать, заднеприводная, по сути. Вот, читерастами вот этими. Не, я про... Я вот ты, про... Ты сейчас, ты же сейчас стримишь? Да. Удачи. Да. Не, ну, если они реально ни хера не делают. Ну, так смотри, если бы нормальный контингент народа играл бы в эту игру, то тут бы, по сути, бы меньше читеров было. А тут их каждый второй. Да нет, если бы за этой игрой следили бы разработчики вообще. Не, ну понятное дело. Но все равно от комьюнити, ну, тоже смотри, до хера что зависит. Комьюнити. Не, у меня тогда вопрос просто нахера. Вопрос хуйню. Нахера играть тогда в эту игру? Так а в чё еще играть? На нахер получил бан. Просто я могу. Ага. Просто ты никуда не можешь. Я заскринил. То есть, в смысле, не, ну... Вот смотри, тут-то видишь, как бы двоякое такое впечатление. То есть, либо ты играешь так в эту игру, да, и терпишь поражение от читеров. Либо не играешь. Либо ты не играешь, либо ты становишься читером и бегаешь с читерами. Ну, не. Вот пойми, по такой же схеме люди выходят на митинги тоже. То есть, с одной стороны, короче, их облагают налогами, там, да, там, им создают такие условия, при которых они уже не могут, то есть, существовать, да, и они выходят в надежде, что что-то изменится, и становится еще хуже. У меня X6 валяется, я его не могу подобрать, потому что у меня нету. Картошка пугала меня. Коряк еще тут валяется. Я возьму. X6 и коряк. И патронтаж тут валяется. У меня по чуть-чуть есть. Ой, X6 я забрал. Получаю, вот тут в моем доме на первом этаже коряк. И аптечку я еще возьму. И бинты возьму, и подхиляю сразу же. Потому аптечку что... возьмешь, аптечку возьмешь. Потому я что я уже полутал уже в домике, блять, какие вы, сука, бармоты, блядь. Ненавижу вас. Семерки нужны. Что это такое? Да это читеры полутали, успокойся. Читеры по-любасу полутали, блядь. Бежали, полутали, убежали, все. А ты даже не заметил. Вижу читеры. КС-ка. Показалось. Потенциального читера вижу, да. Угу. Ну вот смотри.
эти голубые, эти геи, они же голубые у нас называются, да? Вертикалка нужна? Кто? Вертикалка нужна? Кого вызывают? Миш. Геи, они же у нас называются голубые. Но. И у нас получается наш тиммейт, он как бы, ну смотри, смотри, давай сравнивать. Хоп-хоп-хоп. Одно с другим, пятое-десятое, хоп-хоп-хоп. Ой, ну не знаю. Понимаешь, да? Подозрение. X4 на мне. Почечка на мне. Тут СЛР ковляется. Миш, в России голубые называются не голубыми. В России называются голубые другим словом. Осуждаю. Всю эту тему осуждаю. Да, я понял. Это ты сейчас на стриме пытаешься очко свое залезать? Нет, он пытается твичевское. А, ты чё? Твичевское очко подлезать. Там же все такие, они же все такие рады, они же, слушай, машина. Где машина? Машина НВ, с горы, лево уже. Дол, они... 175, они проехали по горе. Остановились. Тут коряк на мне, еще один. Один чел, ебашим. Взрываем. Он горит. Перезаряжается долго оружие, бля. Больше патронов не. Вообще капец. А чё ты Ники не стрелял по нему? Почему мы вдвоем зажимаем? Почему никто больше не зажимает? Потому что мне калаш нужен. А не берег сраный. Потому что ты видишь, где я и где вы. Куда он теперь съебался? Ищи теперь его, блин. Тут М24 еще на мне. А все там уже ничего интересного нет. И берил есть. И минька. И X20 есть. X2 интересует и. Ну, следы вижу. Куда-то туда вниз. Кемпу там. Картошка его видит на мосту. Ой, блядь, я просто хотел найти себе энергетику каких-нибудь. Устик. Понял, он с той стороны. На той стороне? Вижу на камне, да, на камне, сейчас дам. Блядь, спрятался. Сейчас пикнет. Ой, блядь, а там их не один. Вижу. Не один. А не, не вижу. Жека, иди ко мне. Под забором стоит в кемпе, еще один. Картошка, смотри того на скалах, который. Под забором попробую снять. Давай. На этой стороне или на другой стороне? На той, на той. Где я? Ай, блядь! Опа, я в ноке. Картошка тоже в ноке. Я тогда к ним. Давай. Лёха, не надо сильно сейчас. Да, я жду. Блядь, а чё вы все за километр? Ёбаный рот, блядь. Так ты бы, блядь, ещё дальше бы бежал бы за ними, ну. В смысле? Мы рядом с картошкой тут были. Вы нахуй я, вот это. Я вижу, между вами нахуй тихо, 200 тихо, метров. Тихо. Рядом вы с картошкой были, нахуй. Ага, к мосту бегут. Угу. К какому мосту? И сразу ее беги поднимать, я пока покину. Они тачку взяли. Да, едут. Ну, суки. Картошка, держись. Отогнал их вроде, но они рядом. Сука! Ах ты! Не, это какой-то чмо. Они сейчас на тачке опять сядут, ко мне пойдут, блядь. Двое там за камнями сидят. Одному спину один дал, один хилится. Да, блядь, куда ты бежишь? Тихо. Пробиваю колеса. А у вас тачки нету, да? Пробил колеса. Нахуй ты колеса бьешь, ты их у вас машины нету?
Я подхожу. Есть, сзади. Так а чё, сука, на тачке бы подъехали, меня бы захилили, а один бы прикрывал. Миша, ебаш. Я не вижу, не вижу. Вижу. Мне граната прилетела. Подожди. Хуй его. Миша, лево укрой, пожалуйста, а? Я возле тачки. Ой, на! Хорош. Еще один за деревом стоит. Все, хорош. Миша, тачку возьми. Блять, Миша нахуй тачку не возьмет, да, понял. Бля, Леха, терпи. Да мне это что? Понял, понял. Поздно. А где Леха? Ну, Леха откис уже. Ты не успеешь Леху поднять уже, все. Надо было на тачке вам вдвоем ко мне ехать, меня поднимать и втроем их сжать. Надо было, блядь, не идти туда самому, хуй знает, как ты пошел, блядь. В смысле, как я пошел? Урок, блин. Вы как. Вы с картохой откисли, блядь, от двух выстрелов, ребята. Все. Понятно. Это что пролетело? В тачку садись. Это что пролетело? В тачку садись. На второе сиденье, пересаживайся и чтобы стрелять. Подожди, к тебе. Стреляй по тачке, стреляй, вон она висит в воздухе, вон он. Еба. Советчик, блядь. А чё ты в потолок смотришь? Их двое. Ну, тут какой прикол так играть, я понятен. Ну, надо самому щиты скатывать. Блюхи, на стриме будут читеры бегать. Не, ну они, видишь, сами себя называют так нормально. Им хорошо. Как вы не заметили, что как только мы разделяемся, мы сразу получаем пизды. Да все бы было бы грамотно, но ты понимаешь, как тебе сказать? Еще одни! Да ладно, еще одни! Ай, блядь! Да мы уже в лобби висим, как бы, ребята. Офигеть. Заказ другой тип летал. Да? Нормально. Я думал, ты скучал летал, прикинь. 10 фрагов у него. Я думал, это 2 еблана было, это вообще 2 левых было. А, у них тоже было летающее, да? Не знаю, что у них было, но они нас уебали. Ну, понятно. Все, ливаем. Пиздец, короче, тут как грязи. Просто как грязи. Ну, типа, нормально нам, конечно, попались такие рамсили, не там, мансили там они, блядь, мансили-то нормально. И, видишь, и одновременно получилось, что меня нокнули картошку. Или первее нокнули, я просто не заметил. Хуёво получилось. Картошка бы с нами... Хуёво получилось. Картошка бы с нами разговаривала, было бы легче. Картошка. А почему она не разговаривает? Дала обет молчания. Она же с монастыря играет, ты знал? Ёбаный врут. Че ты хочешь сказать, что в монастыре поощряют вон того парня в трусах? Нет, там не поощряют, там не осуждают чужой выбор. А тут думаешь, ее намордник тоже не осуждает? Нет, это же ее выбор. Религия не осуждает чужой выбор. Блять, попал бы ты в монастырь, Миша, нахуй ты бы. Ты бы подумал о своих словах.
чужое тело. Покушаться. Самое основное. Уй-буй. Уй-буй. Да, Стив Джобс, нахуй. Уй-буй. Буль-буль. Прыгайте. Ленивцы. Ленивцы. Блять, столько планов сегодня хотел поделать кучу всего, ни хера в итоге не сделал. Забей. С нами. Это знаешь, 10 это человек. Это знаешь, почему читеры введены в игру? Чтобы мы не забывали, что жизнь — это боль. Слышь, Миша? Да. Столько кучу планов хотел сделать, а сделал только кучу. Только кучу, да. Из планов. Нормально, нормально. Ну как бы шутка так шутка. Стараемся. Куча входила в планы. Куча входила, да, в планы. С нами летели? Да. Как звать? Да, пятерок, блядь, пидорас. У меня у самого 30. Ты слышь, аккуратней, ну. На поворотах заносит. Откуда? Блядь, это сверху где-то, блядь, стреляет, нахуй, пидорас. Вверх? Да. Да, блядь. Меня рядом упорит, бегает. Как будто, блядь, на крыше, как будто нахуй. Картошку ёбнули. Блядь. Хуй тебе. Блять, картошка, ты ебать. Ёбаный в рот. Где я, не понять не могу. Здесь они на нас все. Один нокнутый. Один. Блять, тут вообще снизу. На мне. Не-не-не, там нокнутый. Миша. Вот тут ты остался. На мне. Я здесь типа наверху. Пидорас, он спрыгнул нах. Ебать, он криворукий. Он на этой херне сидит. Сейчас спрыгнет. Пешка есть? Чеку дергай. И на него. Да нет. Ты смотри, как он шустрый, блядь. Давай, next. Да, нормально. Я что-то растерялся, куда идти. Да что-то сначала в одну сторону побежали, потом в другую, как эти, блядь. Да я там, блядь, одному типу накидал, блядь. Пиздец, он чуть не нокнулся, второго нокнул. Я не понимаю, блядь, почему вы, блядь, там стояли все... В эту, в линеечку, блин. Да дизинфа была вообще, что он наверху. Ну так он наверху и был. Так он был наверху. На этой херне бегал? Ну я и пошел. Да. Я и пошел туда зайти, чтобы его со спины снять. Я уже там стоял. Я уже на балкончике там стоял, смотрел. И чё? Вот, ну раз. Да. В смысле? На каком балкончике? Там нету балконов, Миш. Ну, там, где меня убили сейчас, ну, я это балкончик назвал. Беседочка, это хуй знает, как его называть, блядь. Да его оттуда не видно. Это курильня. Курилка, ну. Какая курилка, блядь, Обыкновенно. Курилка, блядь, Перекурил-то, постоял-то нормально. Я же тебе говорил, это был дергать чеку и на него. Так слушай, я двоих убил. Мне второй дотек. Я первому дал, короче, и второму, который выскочился. Чуть дальше я его потом пошел добил. Я двоих убил. Надо, короче, по старой традиции на починочке. Да хули этот QBZ тройка вообще как песня, блядь, начала стрелять, блядь. Правда в упоре видишь, она мне подвела двоечка. Нет, плохо было. Видно.
Я ему хотел сказать, стой, подожди, я прицелюсь, братан. Видишь, я хотел его забайтить на хаешку, а в итоге я пока переключился. Да еще Жека там еще разговаривал, нихера слышно не было, спрыгнул он или нет. Вот гандон, я думаю, кто это, блядь, сука, мешал? Это, блядь, он, блядь, бедоват, все, блядь. Предал нашу фракцию, блядь. Зарыжу вообще, блядь. Предлагаю этот его предать анафеме. Че это, блядь, такое? Предать анафеме? Ага. Это отлучение от церкви. Что? Вообще насрать, как бы, знаешь, такая хрень. О, полегче, ты в прямом эфире сейчас. Да, как бы это. Что ты несешь, Миша? Никогда не понимал сразу, не говори имя Господа в суе, да? То есть почему нельзя просто так говорить имя Господа? Потому что ты на стриме, блядь, Миша. Нихрена себе. Неужели я умею теперь стрелять с тройки с грозы? Надо пробовать. Ни хрена себе на в точку стрелять. Блядь, что такое с грозой? Где дача у грозы? Я с тройки, блядь, стреляю, все в голову залетает. Что это такое, блядь? Хочу грозу с тройкой, все, блядь. Ни хера себе она, блядь, вообще бешеная, блядь. В упоре, правда? Ну? Не, ну как в упоре, блин. Ну не в упоре, 50 метров в голову. Просто все, блядь. Полетели призон. Oh, сегодня соло играл в призоне, там тип по горам бегал, потом в итоге, блин, я ему там ранил, зашел на этот большой дом, я его там сижу, палю оттуда, он уже на горе бежит, я не понимаю, как они из одного места оказываются, блин, в другом, блин. Читары, наверное, читары. Не читак было, я его потом убил. Но я его убил уже на горе. На горе убили. С нами никого нету. Да? Я правые ангары беру тогда. Жопу ваш дом этот, жопу. Да, Миш. Ты вообще молчи, ты там говорил, базарил там, Как черт. Мишка, знаешь, кто такой черт? Черт? Это тот, кто. Черт, это тот, кто обманывает, по-моему, как там. Ну подожди, фраер это тот, кто. Это тот, кто не в теме, типа. А черт. Блять, подзабыл, братан, напомни, кто такой черт? Это ты, да? У Мишки, знаешь, вот у Мишки лепёталово его, вот это вот, оно дохуёво его доведёт когда-нибудь. Да, мне нельзя поэтому садиться, потому что там мне экспонимающего спрашивать будут. Я какая-то Сол Гудман, который, блин, готов подрассказать все, что хочешь. О, машина есть у нас. Я только нихуя не знаю, но я все расскажу, ребята, нахуй. А, и будет орать, не бейте, лучше обоссыте, да? Не, ну это вот есть просто серия, там, одна из первых, там, где его уже все там в пустыню на колени поставили, короче. И этот, ну он говорит правду, ему не верят. Ему приходится выдумывать, что он агент ФБР, короче, и они начнут верить в полную ахинею. Это так смешно, дико. Кто там приехал? Тачка, читер. Не выходите все на лестнице. Летающая машина. Ты ко мне бы подъехал на машине, Миш? Тебе? Да. Где тачка читерская? Вот, летает. Она летает. Блять, он меня сбил. Сука, ты че ко мне, пидор, не подъехал, блять? Ты заебал. Он меня в доме задавил. Да! На лестницу надо было забегать. И чё ты сейчас так и будешь сидеть? Ты стрелять будешь по нему, нет?
Да высунься в окно, да стреляй, блядь. Я забыл, что в окно можно, спасибо. Я в шоке вообще. Катошка, зависит. Да ну нахуй. Ебал. Походу. Не, блядь, ребята, я реально в ахуе просто над этой вот всей ситуацией. Что? Блядь, мне... Ну ты как ты думаешь, какие должны быть нахуй у человека эмоции, у которого только что задавили просто в доме? Понимаю. Ты представляешь, какой у него клёвый геймплей учитель? Он просто радуется жизни, летает на машине, всегда идёт в домах там вообще, чётко ему. Надо его найти. Да он тебя сейчас сам найдёт, что его искать-то, блядь. Ну что, припорты кинуть, надо их найти. Блин, я сейчас найду его никнейм. Как найду? Сейчас. Целые ребята, конечно, чьи-то арасты. Я вообще не знаю, как в это играть тогда, блядь. Вот. Стиснув яйца и зубы. Не, ну, я понимаю, что в Апексе, допустим, да, вот там же сам. Есть хаешка? Тоже блин, не, ну хочется репорты, на него надо репорты накидать, блин. Надо его найти. Тоже есть читеры, но, блядь, ну... Такого нету. Что? В орехе, говорю, тоже есть читеры, но такого именно нету. Ну, блядь, вот я тебе говорю, 2 года уже играю в орех, такого ни разу в орехе не видел. Ну, а что ты хотел от фри-ту-плейной игры, которую забросили? Так, а там тоже фри-ту-плейная игра. Надо нет, там, короче, от которой которую забросили, я тебе говорю. Надо от первого лица пойти спрыгнуть, гонять. Почему не забросили-то? Она же вроде как еще на этих на турнирах, вроде как, те же турниры по папку там, вся хуйня. Да это не турниры, это по, типа... Кастомки собирают и все. Мишка, если бы он стримил, было бы прикольно посмотреть, где бы он стримил, где он находится. Побибикай, Миша. Побибикай, он приедет. Прилетит, блядь. Не работает, да, так? Конечно, картошка там ему тачку сломала, он больше не хочет. Дропчик, где летит, не слышите? Ага, слышу. А, это мотай. Опа. А ну. Опа. Нашли. Забирай тачку. Он на гору поехал. На горе остановился. Тут 5. Thank you.
сосаться буду-то к нему. Слышишь, пошли подсосемся к нему. Мне неудобно с Сэмкой. Блять, смотри какой хуесос хитрожопый. Вот тварюка ебучая, только издалека может стрелять, блять. К нему подходишь, он уезжает, блять. Хуя вообще, блять. Чувак по тактике играет. Он туда кем поехал? Казахстан 002 убивает Казахстан 001. Нормально. Прям в голову. Надо нормально что-нибудь найти, нормально пострелять. Ну, от первого лица будет покатать. Бля, ребята, я сейчас спать пойду нахуй, наверное. Сколько время-то уже? 4 часа, 5 часов уже. Утро нахуй, ебать. Нормально же общались. 5 утра. Без 20. 4 полно, но 5 утра на. 4. Бля, меня тут мотоциклист выбесил тоже, блядь. Такой чмошник, блин. Как издалека так наваливает там такой, блядь. Только подъезжаем, хоп, и съебался. Возьму гранат. О, 8x, жаль, ни на что одеть. Он у тебя мутант был, мог на мутанта одеть. На 8x. Чё, на мутанта не налазит? Ты то хочешь читера поймать, то ты хочешь мотоциклиста. Ты определись. Я говорю, то ты мотоциклиста хочешь, то читера. Ага, Ксения. У нас на горе, тихо. На 40, дал метку. Убегает. Хорош. Ай! Ай! У меня нет хилов! Тогда аптеку! Ой! Фух! Сука, блядь! Конченый юмпикс, ну вообще он нихера не убивает. Ты же с вектора стрелялся. А, с вектора, да. Спасибо. О, кар! До свидания. Блядь, еще и пизденный, блядь. Сейчас машина прилетит.
Вон она летит уже. Ты, Миша, улегся, он даже не очень иначе не отвлекает. Надо лутаться. Ого, 300 патронов, нормально. Так, а тройка там не было, тройки у меня, да? Четверка. Так, а стреляли откуда-то с глушителя, с общаги, походу, я не понял. По-моему, с общаг стреляли. Че, на Дробчанский? Рядышком поехали. В воде, что ли, он пойдет? Понятно. Ну такое себе место, конечно, блядь, я выбрал. Давай за камешки хотя бы ставим. Ой, сорянно. Давай сюда хотя бы поставим. Да он вообще палевное поставил. Дымов нет. Ой, понятно. Промазал. Ай-яй-яй, сбоку, блядь! Говно. А хэд хорошее поставил, типа. Ну, понятно, сервис. А, ну это ложки какие-то. Ладно, ребята, давайте, короче. Давай, пока. Давай. Завтра заходи. И сегодня. Днем. Да, сегодня... днем сегодня... ты нормально будет. Ты работаешь сегодня? Сегодня, завтра отдыхаю. А, ну круто. Дымнешь, Стивы? О, ага, забыл я про эту хуйню опять про вашу. Гэндон, блядь, а вы кикать можете? Можем, можем. Ладно. Только некоторые тупят, как кикнуть. Да. От третьего лица или от первого? От третьего. Опять жопа боль, блядь. Жопа боль, дырка твоя, блядь, шатать. Мишка, блядь, от... язык без костей, вот про него говорят, я говорю. Да я недавно просто этот пересматривал. Что было дальше, там они так смешно. Говорит, я твою жопу срать. Ладно, давайте, ребята. Давай, давай, пока. Спокойной ночи. О, нахуя маму. Нахуй маму читера. Если читак, у нас операция, да. Сидакура. Да, 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 да. И Сидзукури.
человек, короче, походу не увидит, он пропал, да, из палки. Не увидишь, что тут тоже 4 очков. Он же такой скилловый. Ну да. Я помню последний раз, когда с ним когда-то давненько так катал. У него в катке был читак, ну, в тиме. Он сказал, я решил своих собственных, типа, завести. Я такой, в смысле, не понял. Такой с ними нормально катает, такой. А ту набивает. Не, он тоже последний. Должен спать. Тебе не кажется, что это твой земляк? Что-что? Тебе не кажется, что это твой земляк? Четвертый. Как я должен определить это? Ну, по буквам И. Нет. А как он так быстрее меня упал? Двое там у меня. О-о-о, да, двое прям. Еще один. Блять, картошку забрали. А, еще один? За забором, за забором. Да откуда он? А, это все, это читак, читаки. Читак. Да? Да, читер. Она ж бегает как долбоёб с этим. О, читер. А, нихера себе. Да блин, просто трындец. Невозможно. Чтоб тебя мухи обосрали. Читак, ё-моё. Блять, как они как гидра. Отсекаешь одну голову, а из нее еще три вылазят. Мы взяли, блин, один раз сегодня в отрядах, да? Топ, и то благодаря того, что читеров случайно убили. Убила другая команда. Пиздец. А так нереально было взять. То есть чисто фарт, когда вмешивается, играет. Так давно вина не пил, капец прям. Я раньше очень частенько так покупал. Денис, 123 рус.
Или на Эльзакар? Не. Это загар тебе. Чего? Какой-то загар, говорю тебе. Захар. Солярий не полетим. Аль-Захар. Да, ну наш тиммейт, конечно, бегал красиво с мечом. Да что, до херища народу, слышишь? Угу. А прям сюда с нами падают. Да, в твою общагу, что ли? Твою мать. Сейчас, короче, отсюда не выйдем живыми, я чувствую. Да блять! О, у нас читак. А, нет, не читак. Пошли. У нас читер в катке. Слышишь, ребят? Денис 120. Да, блядь, здесь сиди, прям уже. Как это, блядь, ёбаный рот? Пиздец, нахуй. Они все сюда прыгнули. Так, блядь, слышал. Я его даже не слышал. Слышал на верхнем этаже, блядь. А это говно здесь уже сидело. И он в секунду мне умудрился еще сразу же подавить, просто в секунду. Четвертого нашего, смотри. Сейчас. А, пидорас? Да, может. Картошка, убить четвертого. Ну, а, он далеко. Репорт. Шо говно, блядь, без щитов играть не можешь, да, Дениска? Дениска! Вот я тебя ебал. Да чё ты ему сосать, просто, сосать просто надоело, да и всё. Шо, Дениска? Дениска? 123 петух надо было написать. Слышишь? Дениска? Дениска? Сладкая ириска? Выстрели себя в голову, Дениска. Дениска, в голову все выстрели? Репорты все кидайте на Дениску. Да-да, и в голову себе стреляй теперь. Мы тебе репорты все дали уже, не волнуйся. Долбоёб. Охуенно поиграл чувак, конечно. Залутался на спидах, блядь, пиздра. Залутаться на спидах и взрываться, блядь. Придурок, блядь. Бля, ну жестко. Все, ребят, что-то вообще. Да, читеры на читерах. Мальчики, девочки, всем спокойной ночи. Спасибо, всем джиджишечка. Угу. Невозможно. Картошка, уже, давай завтра. Точнее, уже сегодня. Втягивайся. Отонем. Всем, всем спасибо. Всем пока.